Доброе утро, дорогие коллеги. Мы рады вас приветствовать. Мы сегодня находимся в студии профессионального клуба травматологов-ортопедов. И мы сегодня хотим для вас представить очень интересную программу. Хотим сегодня поговорить о повреждениях передней крестообразной связки. Меня зовут Лазишвили Гурам, я дружусь профессором на кафедре травматологии и ортопедии Российского национально-исследовательского медицинского университета. Я пригласил в качестве соведущей Наталью Валерьевну Челнокову. Наталья Валерьевна выросла на нашей кафедре. Она выходит с нашей кафедры, кандидат медицинских наук. Сейчас она самостоятельно практикующий врач. Как вы называете себя, Наталья Валерьевна? Спортивный врач-травматолог. Да, да? Да. да. Я про такую Специальность не слышал, Со но. да. 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 А, пожалуйста, будьте активными, вы можете задавать а, нам вопросы, присылать нам вопросы на чате, Травма-клуб. Мы, по возможности, на все ваши вопросы ответим. А, будьте активными, а, принимайте вместе с нами участие. А, в двух словах я скажу: что когда мы подготавливали программу для сегодняшнего вебинара, мы поняли, что мы сможем, конечно, охватить только очень маленькую часть о повреждении передней крестообразной связки. И у нас даже вот сейчас зародилась недавно такая мысль, что провести серию передач, посвященных именно повреждениям передней крестообразной связки. Но сегодняшняя наша передача, конечно, она будет наиболее интересна начинающим артроскопистам, кто начинает свой путь в артроскопии и в пластике передней крестообразной связки. Поэтому мы сегодня постараемся сделать так, чтобы ваше субботнее утро было Интересным, и вы не пожалели о том, что вы остались около экранов, около компьютеров. Принимайте участие вместе с нами. Я начну э, со своей презентации, и я ее так и назвал. Повреждение передней крестообразной связки мысли вслух. Э, я хочу с вами поделиться. Вся моя презентация она будет основана на моем личном опыте. Э, я занимаюсь артроскопией уже более 30 лет. И э, передняя крестообразная связка, это, наверное, одна из основных, пластика передней крестообразной связки, это одна из основных операций, которые мы ежедневно выполняем, и давайте об этом и поговорим. А почему такое пристальное внимание сейчас повреждениям передней крестообразной связки? Ну, ни, ни для кого из нас не секрет, что в структуре травм коленного сустава э, повреждения ПКС занимают одно из лидирующих позиций. А в структуре вообще повреждения суставов, тяжелые повреждения колена суставов, особенно нередки при вывихах голени, с множественными повреждениями связочного капсульного аппарата, тоже занимают лидирующие позиции в структуре даже инвалидности среди травм суставов. Ну, наверное, этому есть объяснение. Наконец-то человечество задумалось о здоровом образе жизни, многие стали э, активно заниматься э, и зимними видами спорта, и летними видами спорта, и единоборствами. Естественно, спорт сегодня стал э, во многом травмоопасный, особенно зимние виды спорта. И, конечно, это все приводит к росту травматизма и если говорить о коленном суставе к частным повреждениям передней крестообразной связки вот маленькая небольшая статистика посмотрите что вот разрывы связок на основании на разрывы ПКС на основании данных артроскопий выявляются почти 80 процентов случаев только в америке ежегодно диагностируется почти 350 тысяч повреждений передней крестообразной связки а в германии а, вот посмотрите, это возрастной сенс в возрасте от 16 до 41 года это 75 процентов случаев повреждения передней крестообразной связки и вот последняя статистика это данные нашей клиники мы вот видите постарались скомпоновать и понять все-таки какие виды спорта наиболее травмоопасны в нашей стране и мы увидели что у 61 пациента наших пациентов травмы ПКС были связаны со спортом. Это горные лыжи, это футбол, баскетбол, это контактные виды спорта. И, к сожалению, статистика э, высокая. Вот сейчас э, вместо э, чашечки бодрящего кофе, э, чтобы взбодрить вас и себя в том числе, я э, хочу вам показать ряд видеокадров э, о том, как вообще повреждаются коленные суставы. Каковы механизмы повреждения колена суставов? И сразу забегая вперед скажу, что при всех механизмах, которые я вам сегодня покажу, разрывы передней крестообразной связки гарантированы. Но мы все травматологи, поэтому мы все хорошо знаем, что у нас есть прямой непрямой механизм травмы с приложением травмирующей силы и без приложения травмирующей силы. Вот это наиболее частый механизм а, повреждения передней крестообразной связки. Мы это называем вальгус флексия наружной ротации голени. Это непрямой механизм травмы, при котором а, стопа остается фиксированной к земле. Происходит резкая ротация бедра кнутри, голени кнаружи и вальгус на отведение голени. Вот то, что вы видите на левом, а, вот на этом рисунке. А, Нередко, нередко такое повреждение приводит к так называемой несчастливой триаде. Вы все ее тоже хорошо знаете, это повреждение ПКС, медиального стабилизирующего комплекса, медиального миниска. Как же это происходит вживую? Ну вот посмотрите. Один из видеосюжетов. Сейчас будет замедленный кадр. Вот он. Вот он, вот этот механизм. Еще разновидность этого же механизма тоже в баскетболе. Вот этот механизм. Сейчас будет замедленная съемка, и мы более качественно увидим, что это такое. Вот. Вот он, этот механизм повреждения. Конечно, сложно представить себе, что при таком механизме может повредиться только изолированная передняя крестообразная связка. Но то, что она повредилась, это, в общем-то, не вызывает у меня сомнений. А вот так это может произойти в волейболе. Вот посмотрите за игроком номер 9. Вот она сейчас упала. Сейчас, когда я монтировал этот видеосюжет, я специально сделал замедленные кадры, чтобы мы все увидели, как это происходит. Вот он, этот механизм. Это очень тяжелая травма, вот как раз-то и она и приводит к так называемой несчастливой триаде, и не только несчастливой триаде. Вот посмотрите, как это происходит. Вот он, этот механизм. А этот же механизм, только прямой, когда есть приложение травмирующей силы в область бедра, в верхней, нижней трети бедренной кости происходит вот такое вальгусное отведение голени. Как же это происходит вообще вживую? Вот посмотрите, удар в область бедра, и вот сложилась нога. Это тяжелая травма. Я э, не сомневаюсь, что здесь у пациента произошел вывих голени. Э, Второй по механизму повреждений это абсолютно противоположный э, механизм. Э, здесь, наоборот, происходит варус, флексия и внутренняя ротация голени. Нередко э, пациент описывают, что они всем своим телом садятся на голень, как вот вы видите на вот этих рисунках. Как же это происходит вживую? Вот он, этот механизм. Сейчас будет замеленная съемка, но пока будет это показывать. Я скажу, что этот бедолага, конечно, он уверен на 100%, что лечился за свои собственные деньги, потому что, посмотрите, ни одного средства защиты плюс сам спровоцировал, и ни одна страховая компания такое не оплатит. Тяжелейший механизм, тяжелая травма, а следующий по частоте механизм это гиперэкстензионная травма. Она также бывает с приложением травмирующей силы, без приложения травмирующей силы. И я вот сейчас вам буду показывать видеокадры. И может быть Наталья Валерьевна я вас попрошу прокомментировать потом. И коллеги, мне тоже будет интересно ваше мнение. Поэтому если у вас будет свое мнение, вы напишите пожалуйста нам в чате. Вот посмотрите, за бегуном в красном он бежит второй справа. Вот он бежит, 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 бежит и резко начинает хромать. И что происходит? Сейчас будут замедленные съемки, я специально монтировал замедленно все. А я ну раз сто просматривал этот видеосюжет, чтобы понять, что все-таки произошло. Посмотрите, вот он бежит, бежит и тут же начинает хромать. И я по всей предположил, что по всей видимости у него произошел стрессовый разрыв крестообразных связок, который в итоге привел, посмотрите, к какому тяжелейшему вывиху голени. Это тяжелейшая гиперэкстензионная травма. Смотрите. Вот мне будет просто интересно ваше мнение, что все-таки могло произойти с этим бегуном, но известно, что при резком беге происходит разрыв крестообразных связок. И вот видите, какой тяжелейший в ее голени. Еще один механизм повреждения, тоже гиперэкстензионы. Посмотрите, как это происходит. Это не прямой механизм. Вот это гиперэкстензионная травма. Вообще, надо сказать, что американский футбол – это самый травмоопасный вид спорта. Слава богу, что в нашей стране не играют. А вот так в футболе это происходит. Посмотрите, тысячные доли секунды. Что произошло? Посмотрите, он зацепилась одна нога и резко гиперэкстензия. И вот так, к сожалению, футболист получил травму. А вот этот сюжет здесь, я не знаю даже как озвучить, как прокомментировать эмоционально, но мне очень жалко эту спортсменку. Посмотрите, вот так повреждаются два коленных сустава. Посмотрите, у нее даже сохраняется э, задний вывих голени. Посмотрите, вот он. Все. И у нее сохраняются задние вывихи голени. Тяжелейшее повреждение. А вот этот видеосюжет, это вообще уникальный видеосюжет. Э, в чем уникальность, я сейчас вам покажу. Вот он, гиперэкстазионный механизм. Уникальность в том, что мы сейчас увидим, как устраняется вот такой вывих голени. Смотрите, вот он произошел в Ивиголине, гиперэкстензионная травма. Мы говорим о какой-то ортопедии большой, учим студентов, как нужно производить правление. Посмотрите, вот и все. То есть вот так. Рушатся все наши понятия педагогики и как преподавать теперь студентам. Ну вот мы немножко взбодрились, я надеюсь, что эти видеокадры взбодрили вас. Во всяком случае, я всегда набираюсь какой-то бодростью, когда смотрю эти видеосюжеты. И давайте сейчас уже перейдем на частные вопросы. Буквально несколько слов об анатомии передней крестообразной связки. Посмотрите, насколько это мощная сухожильная структура. А почему она повреждается? А потому что, посмотрите, она находится в самом эпицентре коленного сустава, и все травмирующие силы, они проходят как раз через центр сустава, через переднюю крестообразную связку, несмотря на то, что вот это такая мощная структура, она чаще всего и повреждается в коленном суставе. А, анатомы выделяют антеромедиальные, пастеролатеральные пучки, то есть такое пучковое строение. Я вам это показываю только для того. В последующем я буду говорить о том, что есть методики двухпучковой пластики передней крестообразной связки. Но вот это пучковое строение ПКС, оно обеспечивает... Вот, кстати, артроскопическая картинка. Редко такую картинку увидишь, но вот видите, четко абсолютно один пучок и второй пучок. Они видны вот так. Чаще, конечно, эта передняя связка крестообразная видна единым таким конгломератом. Но вот здесь очень хорошо анатомически есть разделение. И вот это пучковое строение оно обеспечивает биомеханику ПКС таким образом, что при сгибании коленного сустава один пучок натягивается, второй пучок расслабляется, связка веерообразно перекручивается, а при разгибании наоборот один пучок расслабляется, второй наоборот напрягается. И вот такое строение, вот такая биомеханика обеспечивает стабильность коленного сустава при всей при всех углах артикуляции коленного сустава. Говоря о видах повреждения, я в своей практике наиболее часто встречался и встречаюсь с проксимальными отрывами. Вот здесь вы видите на левом видеосюжете, это отрыв передней крестообразной связки через два месяца после травмы. Вот такая культя, рубцово измененная уже культя. А правый видеосюжет, это через месяц, тоже вот такая культя оторванная от места прикрепления к бедренной кости передняя крестообразная связка. А, вот очень редкие и но в то же время очень такие опасные для диагностики это субсиновиальные разрывы. Изначально кажется, что целая синовиальная оболочка, целая передняя крестообразная связка, но если приподнять синовию, мы видим под ней разрыв передней крестообразной связки. А правый видеосюжет это субсиновиальный отрыв. Вот посмотрите: внешне кажется, что передняя связка целая, нет какой-то катастрофы, но если пропальпировать связку щупом, то мы видим, вот она под стенове полностью оторвана. Поэтому очень важно пальпаторно во время диагностических этапов артроскопии проверять всю связку целиком. А это крайне редкий разрыв. Это отрыв, дистальный отрыв передней крестообразной связки без костного фрагмента, потому что дистальные отрывы чаще всего встречаются с костным фрагментом то, что мы называем отрывные переломы межмышелкового возвышения, а известные работы, и в частности, вот Вадим Орекович Дубров он в своей докторской работе как раз это показал, что дистальное место прикрепления ПКС, вот эти шарповские волокна, они наиболее прочные. Почему мы чаще встречаемся с отрывными переломами, то есть отрывами связки с костным фрагментом. Вот, кстати, то, о чем я говорю. Часто мы это называем отрыв межмышечного возвышения, но нередко это есть не что иное, как отрыв ПКС с костным фрагментом. Я намеренно не стал останавливаться в своей презентации о диагностических подходах, диагностических аспектах, потому что об этом нужно говорить не один час. И я сейчас остановлюсь просто на наших подходах, наших возможностях и выскажу свои мысли вслух о том, как все-таки лечить повреждение передней крестообразной связки. Но основной вопрос, какой я всегда задаю себе и всем, с кем мне приходится дискутировать, а всегда ли нужно делать пластику передней крестообразной связки? Вы знаете, ну, скажу так, что по молодости, когда мы начинали нашу практику, когда еще не было понимания вообще, что происходит, как это все, потом в дальнейшем будет во что выливаться, конечно, мы делали всем подряд. Нужно не нужно, но с накоплением опыта, с анализом литературы, с анализом исходов этих операций, мы поняли, что далеко не всегда нужно делать пластику ПКС. Когда я сегодня выполняю эту операцию, наиболее часто это полные повреждения ПКС у активных пациентов. Так, простите, я перескочил. При полных повреждениях передней крестообразной связки у активных пациентов это спорт, балет, тяжелый физический труд. Много дискуссий в отношении необходимости пластики при частичных повреждениях ПКС. Нужно ли оперировать? Кто-то считает, что не нужно оперировать, кто-то, наоборот, сторонник активной тактики лечения. Я всегда говорю так, что если нестабильность коленного сустава превышает 1 плюс, то есть смысл делать пластику даже при частичных повреждениях. Дело в том, что вот мы провели исследование и в группу пациентов 15 человек, у которых были частичные разрывы, которым мы не делали пластику ПКС. 12 из них потом к нам вернулись с полностью порванной ПКС. И мы понимаем, что в общем -то, частичный разрыв ПКС – это не гарантия того, что коленный сустав будет прекрасно потом функционировать. И высока вероятность, что связка потом в последующем может порваться. И, естественно, эта хроническая нестабильность коленного сустава уже после перенесенной пластики по передней связке. в результате какой-то несостоятельности трансплантата, его разрушения – это то, что мы называем ревизионно-артроскопические операции. Мы сегодня касаться их широко не будем, потому что это отдельная тема, это очень сложное направление. Что важно учитывать, когда мы принимаем решение об операции? Во-первых, характер повреждений, множественные или изолированные. Наличие внутрисуставных переломов, которые могут нам помешать выполнить пластику связки. Естественно, надо учитывать возраст пациента, уровень физической активности, вес пациента наличие явления артроза. Вот эти все факторы, и не только эти, я еще многие даже не указал, они в целом определяют тактику лечения. Я сегодня очень аккуратен с пациентами с высоким индексом массы тела. И я понимаю, что высок риск разрушения трансплантата в связи с нагрузкой на этот трансплантат. И поэтому здесь очень нужно индивидуально подходить к к выбору тактики лечения у таких пациентов, я вам скажу честно, что я нередко у таких пациентов выполняю пластику и имплантирую синтетические связки. Фактор успеха. Это выбор адекватного трансплантата, это правильная техника операции, в первую очередь это топография туннелей, это выбор оптимального способа фиксации трансплантата, это обеспечение прочной и надежной фиксации трансплантата, это адекватная реабилитация и, естественно, регулярное наблюдение пациентов. Вот чего нельзя, чем нельзя пренебрегать, это наблюдение за пациентами. И вот мы подошли сейчас уже к такому основному частному вопросу, чем все-таки делать пластику передней крестообразной связки. И я сегодня в своей презентации буду говорить об аутопластической реконструкции связки. В нашем арсенале есть трансплантаты связки надколенника, Трансплантаты сухожилия четырехглавой мышцы бедра, и трансплантаты сухожилия под колено сгибатели, саметанинозус и грацилис. И вот сейчас мы пробежимся по каждому из этих трансплантатов и рассмотрим преимущества и недостатки. Но что очень важно, когда мы принимаем решение о выборе пластического материала, что необходимо учитывать первоначальную механическую прочность. Это особенности регенерации той аутоткани, какую мы будем использовать. Это возможность легко и просто произвести интероперационный забор трансплантата. Это возможность ригидной и прочной фиксации трансплантата и риск развития специфических осложнений. Но что следует помнить всегда? Что анатомические и прочностные характеристики сухожильной ткани никогда не восстанавливаются до своих первоначальных показателей. Это уже доказано, неоднократно доказано, поэтому это нужно учитывать при принятии решения. Вот небольшое такое сравнение прочностных характеристик различных аутотканей. Посмотрите, вот по данным исследований за 1974-1989 годы прошлого столетия, наиболее прочным был трансплантат из связки надколенника. На втором месте трансплантаты сухожилия квадрицепса и потом уже сометонинос и грацелес но последние исследования я дальше вам тоже это покажу что все-таки показали что трансплантат из квадрицепса наиболее прочные наиболее э, мощный э, трансплантат для пластики связки но посмотрите вот сухожилие трансплантат э, сухожилия семитандинозус прочность составляет 70 процентов от прочности передней крестообразной это одного сухожилия но мы же никогда не делаем однопучковую пластику, вернее, одно сухожилие, мы всегда складываем его либо вдвое, либо втрое, либо в четверо, то есть делаем двух, трех, четырех пучковый трансплантат. И в целом прочность такого трансплантата, она, конечно, оказывается самая высокая. Трансплантаты связки над коленником. Это тот трансплантат, с которого я начинал свой путь артроскопической практики, и он долгие годы, и вообще не только я, а весь мир, собственно, начинал с этого трансплантата. И раньше даже было такое выражение «золотой стандарт» — это использование вот этого трансплантата. Но с накоплением опыта, с анализом отдаленных исходов, с анализом вообще осложнений и негативных факторов, мы все-таки пришли э, к такому выводу, что это не самый идеальный пластический материал, и вот. Посмотрите, сколько а, противопоказаний к его использованию я сегодня выделяю. Во-первых, это а, наличие в анамнезе повреждений элементов разгибательного аппарата. Это разрывы связок надколенника, четырехглавый мышцы бедра. Это какие-то проблемы с надколенником. Нельзя его использовать этот трансплантат, если уже была аутопластика, либо трансплантатом в связки надколенника, либо из четырехглавой мышцы бедра. То есть, когда был задействован разгибательный аппарат. А, следует помнить, что а, при а, выпиливание костного блока из надколенника может прогрессировать пателофоморальный артроз. Нельзя использовать этот трансплантат при остеохондральных дефектах надколенника, при латеропозиции надколенника, дольчатом строении надколенника. Я никогда не использую этот трансплантат, если ширина связки надколенника меньше 2,5 см. Низкое расположение пателя БАЯ говорит о том, что сухожильная длина вот, связки надколенника она может быть маленькой и э, может не хватить длины трансплантата для пластики связки. И очень аккуратно, это у пациентов, у которых планируется операция на конечности, которая является опорной, э, толчковой конечности, особенно это у спортсменов. Вот то, о чем я говорю. Э, одна из проблем это стояние последующим на коленках после использования вот такого трансплантата, потому что пациенты испытывают болевые ощущения. Особенно это касается пациентов, которым приходится по нередко по религиозным соображениям много времени проводить на коленках в молитвах. И для них это большой дискомфорт. Это очень важно учитывать при принятии решения. Но в то же время, понимаете, сейчас говорить о том, что это плохой трансплантат, что его нельзя использовать, нет, я ни в коем случае так говорить не буду, потому что это очень хороший трансплантат, и у него также есть очень много преимуществ. Во-первых, это высокие прочностные характеристики, это возможность забора трансплантата той ширины, какая нам необходима. Это возможность стабильной внутритуннельной фиксации костных блоков. А мы знаем, что консолидация кости кость с костью гораздо лучше, чем сухожилие с костью. А это простота забора трансплантата и возможность использования различных способов фиксации костных блоков трансплантата. Но есть еще ряд недостатков. Это маленькая толщина трансплантата, то, что вы видите на рисунке сейчас, это фиксированная длина сухожильной части трансплантата, потому что невозможно изменять длину при моделировании. Это риски перелома костного блока при грубой фиксации его. Это прогрессирующее развитие пателофеморального артроза. Описаны случаи переломов надколенника, разрыва связок надколенника. Но особо я хочу акцентировать ваше внимание на рисках таких проблем, как тендинита нижнего полюса надколенника и боли в донорской части надколенника у пациентов, чьи виды спорта связаны с бегом, с прыжками. Про дискомфорт стояния на коленках я вам уже говорил. Вот так выглядит трансплантат после, через 10 месяцев после операции. Посмотрите, живой, функциональный сухожильный трансплантат, укрытый синвяной оболочкой, и результаты этой операции были расцененненько хороший. А вот этот видеокадр, это через 10 лет трансплантат связки связки надколенника. Пациент порвал себе мениск, вот вы видите справа разрыв мениска по типу ручки лейки, но это мощный функциональный... И хороший э, трансплантат в итоге. И результаты этой операции мы расценили как очень хороший. А вот МРТ-картинка. Через 18 лет пациент пришел к нам, он пришел э, с проблемой на втором колено суставе, Но ну, вот посмотрите, э, прекрасный результат. И поэтому отвергать необходимость и возможность использовать трансплантаты связки над мы, конечно, не будем. А наиболее часто и наиболее популярно сегодня э, э, использование трансплантатов из сухожилия, полусухожильной нежные мышцы. Это наиболее э, часто используемые материалы аутопластические, но и здесь мы выделили ряд противопоказаний. Во-первых, нельзя использовать этот трансплантат, если есть доказано анамнестически, что были повреждения стабилизаторов внутреннего отдела и задней группы мышцы бедра. Нельзя использовать этот трансплантат, если уже имеется медиальная нестабильность, потому что она может прогрессировать. Если уже была выполнена аутопластика связки одним из этих сухожилий. И, естественно, если есть рубцовое изменение ткани вместе с забора сухожилия. Каждый из нас я думаю, что не один раз сталкивался с той ситуацией, когда невозможно полноценно выделить сухожилие и вот такие только обрывки сухожилия производим забор таких обрывов сухожилий, называю ампутация сухожилия. Наталья Валерьевна вы же тоже встречались наверняка Конечно, с этим. Да. Да. Вот это вот одна из опасностей, и нужно владеть очень хорошо техникой выделения и забора вот этих сухожилий. Но в то же время у этого трансплантата есть много преимуществ. Во-первых, это э, при отработанной технике, это простота забора сухожилия, это высокая прочность, как я уже говорил, трех, 4 5 пучков трансплантата, это маленький разрез косметический, это отсутствие проблем в донорской части, отсутствие проблем по телофеморальному суставе. это возможность менять длину, сухожильной, э, длину трансплантата при его моделировании, также можно менять толщину трансплантата и множество способов фиксации такого трансплантата. Какие минусы? Мы встречались с подкожной межмышечной гематомой после забора этих сухожилий. Основной минус для меня – это более пролонгированная остеоинтеграция трансплантата с костью. Это описанные проблемы при сгибании коленного сустава, когда уже использовались оба сухожилия и саметониновые сыгрались. и доказано, что может прогрессировать медиальная нестабильность, имеющаяся, если производится забор этих сухожилий. Вот я сейчас хочу э, намеренно остановиться на вот многопучковом строении трансплантата, когда мы моделируем, естественно, мы формируем трансплантат, много разных техник, трех, четырех пучков, пятипучковый, пяти пучковый, я даже знаю шести пучковый трансплантаты люди делают. Почему я вам это показываю? А, мы провели сейчас очень серьезное исследование, и я вам сейчас покажу только одну тысячную часть а, вот этих исследований. Посмотрите, что. Вы видите 4, на левой видео сюжет четырехпучковый трансплантат. Сразу же после имплантации, после завершения операции, на бедре мы зафиксировали рассасывающимся винтом, дистально зафиксировали металлическим винтом. И при удалении вот этого металлического винта через 8,5 месяцев мы вот изучили артроскопическую картинку, как выглядит трансплантат. Идеальный клинический результат, прекрасный артроскопический результат, но посмотрите мы сейчас увидим что трансплантат он все таки остается фрагментированным то есть вот эти сухожильные части каждый из этих пучков трансплантата он так и остается отдельно самостоятельный и это никогда э, сухо, эти сухожилия не срастаются между собой но наиболее часто я встречался вот с такой картинкой это через семь лет посмотрите тоже хороший очень клинический результат очень хорошая э, и артроскопическая картинка. Посмотрите, тонус сухожилия приличный, но посмотрите, что есть. Вот так остается фрагментированный трансплантат э, нередко. Может быть, мне не повезло, может быть, у моих пациентов вот такие результаты чаще встречаются. Я хотел бы услышать ваше мнение, если у вас есть, есть опыт ревизионных артроскопических операций. Вот этому пациенту мы удаляли хондромное тело и изучили вот этот трансплантат. И <кười> анализ. <кười> анализ причин, почему все-таки это произошло, позволил выделить мне два фактора. Первый это механический фактор и биологический фактор. Механический фактор это неравномерное натяжение пучков трансплантата. Когда это происходит? Чаще это происходит, когда мы фиксируем одним винтом эксцентрично трансплантат и во время установки винта трансплантат начинает ротироваться об этом я сейчас вам буду рассказывать дальше и происходит изменение натяжения пучков трансплантата поэтому для того чтобы избежать вот этого эффекта для этого используются вот такие специальные натяжители тензиометры и используются вот такие фиксаторы сначала по центру между фрагментами трансплантата сухожильными фрагментами вводится вот такая гильза которая которая расклинивается интерферентным винтом, она равномерно прижимает трансплантат к стенке туннеля, не изменяя натяжение самого трансплантата. Ротация трансплантата, вот то, о чем я говорю, когда мы фиксируем единый трансплантат одним винтом, при неадекватном выборе диаметра винта и несоответствии диаметра винта и туннеля происходит ротация. Трансплантат ротируется вокруг своей оси. Вот посмотрите, на бедре как это происходит. Вот здесь э, был неправильно выбран диаметр винта, и при установке винта происходит ротация трансплантата. Точно такой же эффект может происходить и дистально, когда мы фиксируем. И вот это одна из механических причин, которая наиболее часто может приводить вот, к неравномерному движению трансплантата. А к биологическим причинам я отношу это внесуставные способы фиксации трансплантата. Все вот эти подвешивающие системы. Я вам скажу сразу, забегая вперед, что я использую в основном только внутритуннельную фиксацию, потому что вот все вот эти внесуставные методики фиксации они приводят к тому, что отсутствие ригидного прижатия, жесткого прижатия сухожилия, сухожилия к стенке туннеля приводит к тому, что э, образуется микроподвижность и между стенкой костной стенкой туннелей между сухожильной частью трансплантата образуется фиброзная ткань, которая очень надолго удлиняет процессы остеоинтеграции, то есть сращения сухожилия с костью, и нередко приводит а, к разнообразным проблемам со стороны трансплантата. И вот, а, когда мы проанализировали наш путь использования а, этого трансплантата, саметониноз грацелес, а, мы поняли, что мы делаем что-то не то, и есть ряд определенных проблем. И мне на тот период попалась вот такая интересная фраза, что если то, что вы делаете, не работает, измените то, что вы делаете. И мы попытались изменить наши подходы, и сегодня мой выбор за трансплантатом из сухожилия четырехглавого мышцы бедра. Я его использую с 2005 года, и, на мой взгляд, это один из лучших пластических материалов. Посмотрите, давайте вот буквально две две минутки уделим а, внимание анатомии четырехглавого мышцы бедра. Посмотрите, какая это мощная вообще мышечная структура. Вот она. Все головки прекрасно винтны. А, но очень важно понимать, что я сейчас об этом буду говорить, что нам необходимо а, произвести забор а, трансплантата только из сухожилия прямой головки четырехголовой мышцы бедра, то есть musculus rectus femoris, поверхностной составляющей четырехголовой мышцы бедра. Вот посмотрите, вот эти анатомические картинки, они вот показывают как раз а, а, слоистость строения сухожилия квадрицепса. Вот это а, сухожилие rectus femoris, вот оно. Вот из него, собственно, нам достаточно только взять э, трансплантат. Дальше идет вастус латералис, вплетается в это э, су сухожилия сухожилие четырехглавой мышцы бедра, сухожилие мускулис вастус медиалис и вастус интермедиус. Но что я хочу вам показать, вот я вернусь сейчас на вот этот анамический кадр, посмотрите, что у сухожилий вастус медиалис и вастус латералис практически нет сухожильной ножки. Они практически сразу своим мышечным брюшком вплетаются в это сухожилие четырехголовой мышцы бедра, а мышечное брюшка оно есть у а сухожильное брюшко, оно есть у ректус femoris и musculus intermedius. В целом, сухожилие четырехглавого мышца бедра — это очень мощное сухожильное образование, и средняя длина этого сухожилия составляет 1 см, поэтому всегда толщины этого трансплантата должно хватить для пластики связки. Но, как я уже говорил, я сегодня в основном использую только поверхностную порцию этого сухожилия вот вот эту поверхность но это сухожилие мускулюс rectus femoris и по прочностным характеристикам и по анатомическим показателям этого сухожилия бывает вполне достаточно вот вы видите анатомические варианты как производить забор только поверхностной составляющей этого сухожилия буквально несколько слов об анатомобиле биомеханических особенностях. Я здесь сравнил только трансплантаты и связки над коленями и четырех головой мышцы бедра. Я сделал это намеренно и не включил сюда трансплантаты с эмитоненоз и грацелес. Почему? Потому что и связка надколенник, и четырехглавая мышца бедра – это элементы разгибательного аппарата. И самое главное – это единая цельная сухожильная структура, монолитный трансплантат, в отличие от многопучкового трансплантата. Вот посмотрите, толщина трансплантата из квадрицепса гораздо выше, чем толщина связки надколенника что позволяет сделать вывод о том, что трансплантат из квадрицепса толще, чем трансплантат из связки надколенника. Говоря о толщине, вот два верхних вот этих рисунка. Посмотрите трансплантаты связки над и после имплантации. Посмотрите, сколько свободного пространства в большеберцовом туннеле, проксимальном отделе большеберцового туннеля. В результате вот такого несоответствия трансплантата развивается хорошо всем известный эффект стеклоочистителя, когда э, вот по этому свободному пространству при сгибании и разгибании коленного сустава трансплантат начинает как э, стеклоочиститель на автомобиле гулять вперед-назад, вперед-назад, и это нередко может приводить вот таким конусообразным изменениям проксимального отдела большебрецового туннеля. И посмотрите э, вот на этот, э, на этот рисунок. Этот трансплантат из квадрицепса уже после фиксации имплантации абсолютно нет свободного пространства в большеберцевом туннеле, что доказывает еще раз о том, что этот трансплантат толще. Длина сухожильной части трансплантата у квадрицепса также практически в полтора раза выше, чем трансплантата связки надколенника, что также позволяет нам сделать вывод о том, что э, этот трансплантат длиннее, чем трансплантаты связки надколенника. И прочностные характеристики на разрыв, это уже последние биомеханические исследования, также показали, что трансплантаты с квадрицепса прочнее, чем трансплантаты связки над коленем. И сделав, делая общий вывод, я хочу сказать, что трансплантаты из квадрицепса длиннее, толще, прочнее, чем трансплантаты связки над Скажу так, что, вы знаете, к сожалению, этот трансплантат многими из нас недооценен. Еще многие из нас не оценили его преимуществ, но я, забегая вперед, я не предвидец, но хочу сказать, что мне кажется, что все-таки э, в ближайшем будущем э, к этому трансплантату будет все больше и больше пристального внимания. И я буду очень рад, если вы мне пришлете э, в комментариях э, ваши рецензии, если у вас есть э, практика использования трансплантата из этого сухожилия. Наталья Валерьевна, а вы используете этот трансплантат для пластики ПКС? Я думала, что я вернусь к этому вопросу чуть позже, но раз уж сейчас вернусь. Ну хорошо, давайте не, тогда позже. Не, 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 сейчас скажу так как я являюсь ученицей Гурам Давида Чилози это мой научный руководитель, конечно же я подтверждаю, я свидетель, что с 2005 года действительно Гурам Давидович использовала, когда я была в аспирантуре, мы делали эти операции, мы видели результаты, поэтому, конечно же, я тоже использую. Значит, в каких случаях? Первое, когда приходят спортсмены так скажем, мощные спортсмены, как Вадим говорил, мощные, а, как регбисты или что-то такое, вот первая линия, то есть там, где мы опасаемся того, что может не хватить прочности сухожилия и симптомоза там я сразу же выполняю пластику и сухожилия четырехглавые мышцы бедра. С хорошими результатами, с прекрасными, э, прочные сухожилия проблем не испытывают. И второе, для ревизионных операций тоже отлично подходящее. Причем я знаю, что и в Европе используют это сухожилие. Поэтому, да, конечно, использую и в практике в том числе это сухожилие. Угу. Ну, я рад, Наталья Валерьевна. Да. Коллеги, уже поступило несколько вопросов. Я думаю, что есть смысл уже сразу по горячим следам ответить. Вот. вот вы видите. Скажите, пожалуйста, выбор трансплантата оказывает значимое влияние на качество реабилитации после операции, сроки возвращения в спорт. А, Виктория Игоревна, мы ответим на ваш вопрос, если вы позволите, чуть-чуть попозже, потому что Наталья Валерьевна как целую этом, презентацию да. для этого подготовила. Вартан Добрым утром, Бартан Олегович. Бартан да. Олегович, uh -huh. привет, дорогой. Дорогие участники, как относитесь к пластике LLL Insight плюс Internal Brace? Mm -hmm. Бартан Олегович, я в самом начале нашей презентации сказал, что мы не будем а, сегодня обсуждать вот такие тонкие особые моменты, вот то, то о чем вы сейчас а, написали. А, мы сегодня как бы говорим о базовых подходах для начинающих артроскопистов, а это очень сложная тема для дискуссии. Я думаю, что мы с вами это отдельно поговорим речь идет о пластике антеролатеральной связки э, в сочетании с пластикой передней крестообразной связки. Так, согласитесь, что все меньше наблюдаем пациентов с изолированным разрывом ПКС. Я говорю о... Так. Дальше я уже не вижу. Э, Вардан Олегович, абсолютно с вами согласен. Все реже и реже изолированные повреждения. Как раз я вначале об этом и говорил, что агрессивный спорт... Э, Массовый спорт, травмоопасный спорт, но он приводит к множественным повреждениям. А, так, сопутствующие сопутствующих Допустим, повреждениях менисков. менисков. Какую тактику предпочитаете? Шов или резекция? Как влияет на тактику реабилитация? Ну, вот. Вартан Олегович, вы нас уже склоняете на дискуссию просто, ну, такую необъятных размеров. А, так... Спасибо Бартон. за красочную лекцию. Угу. Сбодрился точно после видео. Кофе уже не хочется. Я лекцию еще не закончил, поэтому все у нас впереди. Все впереди, Мартан Олегович. Готовьтесь к Так. И вот еще внизу там есть какой-то... Спасибо большое, благодарит. Ну все, давайте тогда вернемся сейчас к презентации. Будем бодриться дальше. Вернусь к сухожилию четырехглавой мышцы бедра. Конечно, и этот трансплантат имеет определенные противопоказания. Это наличие в анамнезе разрывов четырехглавого мышцы бедра, связки надколенника, это переломы надколенника, вывихи надколенника. Я никогда не оперирую пациентов, если уже есть какая выраженная гипотрофия четырехглавого мышцы бедра или какие-то элементы контрактуры или тугоподвижности сустава. Нужно быть очень осторожными при выборе этого трансплантата у пациентов с анатомической пателей альта, потому что короткое сухожилие квадрит может не хватить нам длины трансплантата. И в тех случаях, если у пациентов есть пателли B и 3 партиты и пателлофеморальный артроз, то я использую трансплантат без костного блока. Большое, очень важное внимание – это предоперационное планирование, во время которого я акцентирую внимание на анализ толщины сухожилия квадрицепса, на положение надколенника, есть ли элементы латеропозиции, нет ли элементов латеропозиции, потому что от этого многое очень зависит. И я в своей практике использую два вида сухожилия – с костным блоком и без костного блока. Обычно вот на левом рисунке вы видите, мы операцию начинаем с мобилизации сухожилия квадрицепса. Здесь Здесь вы видите, что разрезик побольше, чтобы показать вам, как выглядит анатомически это сухожилие квадрицепса. Сегодня мы это делаем мини-инвазивно. Если длина сухожилия меньше 8 см, мы берем с костным блоком трансплантат. Если больше 8 см, без костного блока. А какие доступы использовать? В литературе описаны вот такие горизонтальные доступы. Кто-то любит такой доступ. Я использую только вертикальные доступы. Вот как здесь. 2-3 сантиметра разрез, и через него можно мини-инвазивным способом вполне произвести качественный забор да. трансплантата. Я сегодня использую вот такой прекрасный набор инструментов, который позволяет мне под контролем артроскопа через полуторасантиметровый разрез, разрез произвести забор трансплантата. И если у вас есть такой набор инструментов, конечно, вы получите колоссальное удовольствие. Я вернусь к способам фиксации. Как я уже говорил, я сторонник только внутритуннельной фиксации. Я не использую в большинстве, в подавляющем большинстве случаев какие-либо внетуннельные фиксации. Я использую только интерферентные винты. Чаще я использую винты на основе бета фосфатных композитных материалов, но в некоторых случаях, когда биоинтерферентные винты использовать не удается, я использую металлические винты, но обязательно, чтобы у них была нетравматичная резьба для фиксации сухожильного конца трансплантата, чтобы не перерезать волокна сухожилия. Почему я использую вот такие биокомпозитные интерферентные винты? Вот посмотрите, винт обычный, ПЛЛА-винт рассасывающийся, который мы все использовали в начале нашей практики. И вот ревизионная артроскопия через, по-моему, полтора года после операции. Вот рассосался винт, действительно, посмотрите, нет винта. Но на том месте, где стоял этот винт, остается вот такой, такая полость остается, такой дефект, и она ничем не зарастает. И посмотрите, через 24 месяца тоже ревизионная артроскопия после имплантации винта с бета кальцио-фосфатным компонентом, посмотрите, на 70% винт заполнен спонгиозной костью. То есть этот винт трансформировался в костную ткань. Вот буквально галопом, что называется, по Европе по некоторым таким вопросам. Мне часто задают вопрос: какую пластику все-таки делать: однопучковую или двухпучковую пластику. Потому что был период, когда двухпучковая пластика активно вошла в моду, и очень многие врачи стали ее использовать. Я скажу вам так, что я Имея опыт, я где-то около 35 операций сделал этот двухпочковый пластик ПКС и очень пожалел об этом, потому что большинство этих операций оказались неуспешными, несостоятельными. И самые большие проблемы потом, в последующем, оказались при ревизионных операциях. Когда мы делаем первичную пластику, мы... Формируем два туннеля, а в итоге при ревизионной пластике нам необходимо использовать лишь один туннель. И нередко приходилось сначала первым этапом производить пластику вот этих имеющихся уже туннелей, а потом уже через какое-то время делать уже ревизионную пластику самой связки. Поэтому я сегодня эту методику не использую, двухпучковую пластику, да и вам не советую. А вот посмотрите, буквально недавно у меня был пациент после двухпучковой пластики связки, это не я его оперировал, но вот он пришел ко мне вот с такой КТ-МРТ картинкой, вот так это выглядело на артроскопию. Пациент получил травму, он порвал, помимо всего прочего, себе и менистки. но что в этой ситуации нам пришлось сделать? Вот посмотрите, на левом рисунке вы видите вот так, изначально у него были сформированы вот эти туннели. Я понимал, что либо мне нужно сейчас сделать пластику этих туннелей, а они формировались через медиальный артроскопический порт, либо поменять технологию, и что я, собственно, и сделал. А на правом рисунке вы видите это расположение тибиального, тибиальных туннелей. Вот один туннель, и вот здесь второй туннель. Я изменил последовательность, использовал один старый большеберцовый туннель, к счастью мне удалось сформировать его, и стенка между этими туннелями оказалась хорошей, она не сломалась. И применил э, транстибиальную технику, и удалось сформировать один туннель, и, в общем-то, мы вышли из этой ситуации. А, много вопросов мне задают по транстибиальной технике. Зачем ее выполнять, что это порочащая техника, что это плохая техника, что она влияет отрицательно на биомеханику трансплантата? Абсолютно не так. Вы знаете, я вам скажу честно: мы все начинали с транстибиальной техники, и до сегодняшнего дня я нередко ее использую с определенными тонкостями и вариациями. И ее отвергать абсолютно ни в коем случае нельзя. А здесь, да, более вертикальное расположение трансплантата. Но э, обсуждение э, использования вот этой транстибиальной техники началось тогда, когда к нам в моду вошли методики анатомического расположения бедренного туннеля. То есть формирование бедренного туннеля через медиальный артроскопический порт. Более горизонтальное расположение туннеля как вы, э, и трансплантата, как вы видите вот на этих рисунках. Вот эта э, фотография, она абсолютно наглядно показывает. Вот спица А. – это направляющая спица при транстибиальной технике. Спица Б – это направляющая спица при антеромедиальном, при формировании туннеля через антеромедиальный артроскопический порт. Вот это понимание очень важно, особенно для ревизионных операций. Вы всегда можете поменять направление туннеля и безболезненно и для пациента, и для себя выполнить ревизионную пластиковую связки. Но я вам скажу вот что. Я сегодня использую вот посмотрите вот это классическая транстибиальная техника. вот это классическая антеромедиальная техника. Я сегодня использую часто транстибиальную технику, но с формированием бедренного туннеля не здесь, не здесь, а строго посередине между этими возможными расположениями. И мне это удается и есть определенная особенность и никаких проблем я при этом не испытываю. А какие преимущества у анатомической, анатомического бедренного туннеля? Это как описано в ряде биомеханических исследований, это более анатомичная горизонтальная ориентация трансплантата, которая якобы обеспечивает лучшую ротационную стабильность сустава. Это минимальный риск перелома задней стенки бедренного туннеля. Это выбор, метод выбора при ревизионных артроскопических операциях и якобы вот более правильная внутритуннельная ориентация винта. Что действительно, вот это, что есть, то есть. Но, вы знаете, я вам скажу честно, вот и сейчас все больше и больше стало появляться работ в мировой литературе, которые показывают, что никакой разницы абсолютно нет в функционировании трансплантата, в стабильности и биомеханике коленного сустава при использовании транстибиальной техники, либо антеромедиальной техники. И наши исследования, которые мы тоже провели, и гистологические в том числе, они показали, что абсолютно никак не влияет на характер ремоделирования трансплантата. Какие недостатки вот у этой техники? Это плохой обзор при сгибании коленного сустава потому что колено нужно согнуть mm -hmm. на 110-120 градусов. И, естественно, это неудобство при сверлении туннеля. Вот как я сегодня выполняю, где я сегодня формирую туннель, используя э, транстибиальную технику. Я немножко... Побольше отступаю от бугристости большеберцовой кости, располагаю немножко медиальная, медиализирую туннель, и у меня автоматически получается попасть в промежуточную точку, не в, в транстибиальную точку вот сюда, не в антеромедиальную точку сюда, вот, вот, как вы видите. В тех случаях, когда трансплантат у нас короткий, и мы не можем использовать формирование сквозного большеберцового туннеля, слепого бедренного туннеля, нам на помощь приходит методика All-Inside. Сегодня очень многие врачи на эту технику смотрят с упоением, считают, что это лучшая техника, но это вот каждый из нас может считать что угодно. Но посмотрите, вот недавно абсолютно мне встретился пациент, расширение бедренного туннеля из-за отсутствия ригидной жесткой фиксации при методике Onsite. Я вам сейчас хочу показать результаты наших исследований. Мы на основании ряда ревизионных артроскопических операций выделили классификацию разных трансплантатов, и связки надколенника, и симметониноз грацилис, и квадрицепса. Но я сейчас хочу остановиться только на трансплантате из квадрицепса. А почему мы делали эти ревизионные операции? А был период, когда мы а, пациентам имплантировали а, по определенным причинам металлические интерферентные винты, потом мы их удаляли, и это позволило нам изучить функциональное состояние трансплантата. Вот, а, так, как бы мне запустить еще раз это видео? Видео. Сейчас я попробую. Так, сейчас, одну секундочку. Нет. Назв... Да. А, вот, вот. Это один из лучших клинических результатов и результатов. Мы видим, что трансплантат однородной структуры, он полностью укрыт синовием, он упругий, функциональный. Прекрасный клинический результат. И микроскопические исследования потом показало, что через 8 месяцев уже окончились процессы ремоделирования трансплантата. Еще один хороший клинический результат тоже великолепный. Вот так выглядит трансплантат, когда мы используем только сухожильную полоску из мускулюс rectus femoris. Тоже однородная структура, тоже очень хороший и клинический и артроскопический результат, и морфология тоже показала очень хорошее восстановление структуры трансплантата. А вот так выглядит в ряде случаев трансплантат, когда мы берем на всю его толщину, когда он тоже остается фрагментированным, как и вот вы видите на нижнем анатомическом препарате. Но здесь был хороший неплохой клинический результат, и гистологически были определенные проблемы. Конечно, это плохой результат, здесь тотальное от трансплантата, его гипоплазия, он ослаблен, и морфология тоже показала очень плохие гистологические составляющие. Вот Сайклопс синдром, это... Одно из осложнений, с которым многие из вас встречались, это разрастание вокруг, вокруг трансплантата рубцово измененной соединительной ткани. Разные абсолютно формы бывают. Здесь в данном случае повезло пациенту, потому что трансплантат разросся в области дистальной части. Но почему я показываю, почему я выделяю это в отдельный тип? Дело в том, что вот посмотрите при разгибании коленного сустава вот эта рубцовая масса защемляется между мышелками бедра и большебрцовой кости и вызывает при этом болевые ощущения. Вот эта рубцовая масса она прорастает в трансплантат, как метастаз врастает в трансплантат, изменяя, к сожалению, структуру трансплантата в том месте, куда она вросла. Поэтому я сегодня вот этот циклопсиндром синдром выделил в отдельную структуру. И естественно, разрушение трансплантата по многим причинам происходит здесь полная дезорганизация структуры трансплантата. Поэтому я хочу сказать, что клиника функциональные результаты в целом зависят от качества структурной перестройки и полноты регенерации сухожильной ткани трансплантата. От этого в целом все зависит. Сегодня большую популярность получает биологическая, биологическая поддержка трансплантата, когда мы используем стволовые клетки костного мозга, инфильтрируем, инфильтрируем трансплантат и в надежде, что стволовые клетки улучшат качество регенерации трансплантата. Но сегодня, пока я не могу сделать однозначных выводов, наше исследование продолжается, но мы сегодня это очень часто делаем. Мы берем либо из большеберцовой кости, как вот вы видите здесь, костный мозг, либо из диафиза бедренной кости во время ротроскопической операции. А, какие можно сделать выводы? вообще вот по пластике передней крестообразной связки, что сроки окончательного ремоделирования трансплантата составляют 8-12 месяцев. Не меньше это доказано. что Клинические результаты они в целом зависят от того, как произошла перестройка трансплантата. И э, важно не забывать, что сухожильная ткань она никогда не восстанавливается до своих первоначальных анатомических и биомеханических показателей. Я сейчас хочу остановиться очень кратко на вопросах реабилитации, потому что основную часть реабилитации Наталья Валерьевна возьмет на себя. Но я хочу сказать, что реабилитация это крайне сложный комплекс, многофакторный комплекс восстановительного лечения пациентов, причем это командная работа, о чем будет Наталья Валерьевна говорить ни одного врача, ни одного реабилитолога. Но я хотел бы сказать: как обычно я сегодня Ввиду наших пациентов. Сразу же после операции на сутки мы производим мобилизацию положения полного разгибания. Естественно, это холодовая терапия, вся лекарственная терапия, об этом я не буду останавливаться. Со второго дня все пациенты начинают профилактику дефицита разгибания коленного сустава, то есть выполнять вот эти экстензионные упражнения разнообразные, и со второго дня обязательно пассивная разработка движения в коленном суставе. Но я хочу сейчас акцентировать ваше внимание на артезировании, потому что многие врачи мне задают вопрос: а вообще нужно ли делать, выполнять артезирование, производить иммобилизацию ортезом? Вот у нас для голосования: кто-то скажет да, кто-то скажет нет. Я однозначно говорю да. Почему да? А какие я сегодня требования предъявляю к вот вообще вот артезированию? У меня три составляющие: это стабилизация, мобилизация и защита коленного сустава. И на каждом из этапов реабилитации есть определенные а, фиксаторы, которые мы используем пациентам. А современные требования к артезам: это максимально анатомическое и биомеханическое соответствие, это сохранение активной работы мышц, это удобство применения и комфорт, это регулирование объема движения в суставе и сохранение привычного уровня физической активности пациентов. Ну вот на примере одного из моих самых любимых ортезов, это ортез Secutec, я покажу вот что я добиваюсь от ортезов во-первых, это должен быть облегченный каркас, чтобы пациенты испытывали комфорт при использовании артеза. Это анатомическое расположение шарниров, подвижных шарниров с боковых сторон по центру коленного сустава на уровне мышелков. Этот артез он должен иметь твердые элементы, и я мое требование, чтобы они располагались оба спереди. И очень важная составляющая это возможность амортизации при полном разгибании коленного сустава. К сожалению, не все артезы располагают вот этим механизмом, этой возможностью, но именно при резком разгибании коленного сустава чаще всего и происходит травматизация и нагрузка на трансплантат. И артез должен быть универсальный, чтобы мы его использовали как для пластики ПКС, так и для пластики задней крестообразной связки. Очень важно правильно подобрать любой артез а, по размеру, а, правильно отрегулировать углы сгибания, а, отмоделировать его по форме ноги. И самое главное, обучить пациентов, как они сами должны использовать этот артез, чтобы они а, каждую минуту к вам не прибегали и не просили вам подтянуть лямку, подтянуть артез, отмоделировать артез. Поэтому очень важно обучить. Когда мы сегодня используем артез, естественно, при реабилитации, при первых шагах реабилитации, а, потому что артез защищает трансплантат существенно защищает. Это при возврате к спорту пациент может использовать любой вид артеза, любой наколенник. Это при водных видах спорта многие мои пациенты используют вот такой ортез Ну а что касается зимних видов спорта, здесь после таких операций по пластике связки, конечно, сам Бог велел им производить иммобилизацию, использовать вот эти функциональные артезы. Но ряд пациентов они требуют последующим каких-то облегченных вариантов использования наколенника, фиксаторов. То В этих случаях, конечно, вот такая облегченная версия, которая тоже обеспечивает все три составляющие мобилизацию, защиту, разгрузку коленного сустава. Но самое главное, чтобы был высокий уровень комфорта у использования вот таких наколенников. И уже на более поздних сроках можно перейти вообще на облегченную версию, которая, кстати, вот абсолютно недавно Наталья Валерьевна uh -huh. я своей супруге купил такой наколенник, оно мне в теннис до сегодняшнего uh -huh. дня продолжает играть, uh -huh. и, конечно, она совсем по-другому себя чувствует. А, так. А меня спортсмены используют. Спортсмены. Колейники. Ну вот вы сейчас нам расскажете вообще mm -hmm. о наколенниках, нужно ли Нет, вообще это. это, да. это Поэтому тоже. при всех этапах реабилитации вот эти три составляющие стабилизация, мобилизация защита, на мой взгляд, должны быть обеспечены как при ходьбе, как при беге, прыжках, так и при занятиях спортом. Но что хочу сказать, вот Наталья Валерьевна, вы наверняка встречались вот с, с этой ситуацией, когда а, контактные виды спорта. Ведь, насколько я знаю, какие-то жесткие конструкции в виде ортезов или наколенников с жесткими боковыми вставками, они запрещены? Да. Да. Поэтому в этом случае, конечно, рекомендуем мы использовать пациентам для защиты коленного сустава. Mm -hmm. Вот такие модели, облегченные без жестких конструкций, которые могут повредить что-то вашему сопернику. Поэтому, если говорить об артезирование, то можно сделать такие небольшие выводы. Это более легкий послеоперационный период, естественно, обеспечение защиты, разгрузки, стабилизации сустава. Однозначно, это защита от расплантата при всех этапах его ремоделирования. Это более комфортная реабилитация и, естественно, лучшие функциональные результаты. Критерии возврата к спорту. Наталья Валерьевна, может быть, вы меня поправите, но сегодня вот мои требования, когда мы пациентам разрешаем возврат к спорту. Это, естественно, не ранее 8-9 месяцев с момента операции. Это отсутствие жалоб, боли, отечности, синовита. Это восстановление мышц на 85-90% по сравнению со здоровой конечностью. Это полное восстановление стабильности и амплитуды движения в суставе. Отсутствие трудностей при беге и прыжках и МРТ-признаки – Целостности и жизнеспособности трансплантата, вот это основные критерии, которые я сегодня предъявляю перед тем, как пациенту дать путь к возврату в спорту, и вот я хотел бы сейчас вынести на обсуждение, и наверное, Наталья Валерьевна к вам. Кстати, вот забегая немножко вперед, хочу сказать, что Наталья Валерина, она является врачом сборной России по эстетической гимнастике. И вот такие пациенты как раз-то это ее пациенты. Вот буквально недавно мне прислала письмо из другого города пациентка, а, которую вып, которые выполнили пластику передней крестообразной связки по технологии All-Inside. Вот левая а, фотография, это так пациентка тренировалась, а, у нее, обратите внимание, прекрасная гиперэкстензия, она сама гимнастка, художественной гимнастика занимается. И посмотрите, ее нога на правом рисунке после пластики связки. Есть дефицит разгибания, но самое главное, что она не может выполнить вот эту гиперэкстензию, на которой, в общем-то, был построен весь ее спорт. И вот она мне задает вопрос, что мне теперь делать, я хочу вернуться в спорт, давайте вообще, может быть, можно убрать вообще этот трансплантат, и я буду жить без трансплантата. Ну, Наталья Валерьевна, я на ваш комментарий mm -hmm. оставлю вот mm -hmm. этот клинический случай. Вы ну, сейчас, его, да, принципе, можете да. хоть сейчас про Да, но ну, мы с Гурамдаевичем обсуждали уже до эфира этот случай. Э, Гурамдаевич единственное сказал, что ему не прислали э, МРТ, либо там хотя бы рентгенограмму э, того, как была выполнена эта пластика передней крестообразной связки. Поэтому мы не видим с, э, строение каналов, расположение каналов раз. А второе, то, что часто бывает, а то, о чем я буду сейчас рассказывать, это мы не знаем, какая была реабилитация. Обращали внимание реабилитологи на вот эту гиперэкстендию, на упражнения на разгибание, то что это бывает зачастую после пластики ПКС мы наблюдаем дефицит разгибания. И, конечно же, это может повлиять на функциональный результат. Поэтому этой пациентке, в первую очередь, будет рекомендовано, первое, это, конечно же, прислать снимки, как выглядит у нее результат после пластики второе приехать на консультацию, потому что здесь нужно смотреть, считать углы и смотреть, что влияет на этот результат. Потому что были в командах и дети после пластики передней крестообразной связки, но таких проблем не возникало. Единственное, возникало проблем, но это было до моего прихода, когда я столкнулась с тем, что была выполнена в одном из лечебных учреждений Москвы пластика крестообразной связки гимнастки и случился разрыв трансплантата вот, вот вот такое мы наблюдали но девочка реабилитировалась сама самостоятельно ну если как бы подвести итог по этому клиническому наблюдению то наверное все-таки э, есть смысл посоветовать пациентке все-таки пройти еще качественную реабилитацию да да но коллеги надо помнить о том что все-таки гиперэкстензия я в самом начале своей презентации показал к чему она может привести это очень опасная э, для передней крестообразной связки для трансплантата для передней кресто... в частности к передней крестообразной связки. Поэтому с гиперэкстензией нужно быть очень очень осторожной. И вот я как бы завершаю уже всю свою презентацию. Вот мои мысли вслух. Я пришел, вы знаете, вот к такому выводу. Может меня за это кто-нибудь побьет, может выскажет массу мне нелицеприятных слов, но на мой взгляд, сегодня, говоря о пластике передней крестообразной связки, все-таки я для себя понял, что нет идеального пластического материала, нет идеальной и самой совершенной методики операции, нет идеального способа фиксации трансплантата. Выбор методики операции, выбор самого трансплантата и характер его фиксации, они должны рассматриваться индивидуально для каждого пациента. Нельзя шаблонно подходить, нельзя следовать моде, нельзя следовать призывам выполнять то-то то то то-то нужно индивидуально для каждого пациента подбирать наиболее приемлемый для нее способ фиксации. И вот этот клинический пример, о котором мы сейчас говорили, это наглядное подтверждение тому, о чем я говорю. потому что изначально врач должен был пациентке объяснить, что при таком виде спорта, когда есть переразгибание в коленном суставе, на чем основан весь ее спорт, что после пластики передней крестообразной связки будет это все проблематично. И судьба трансплантата сейчас тоже никак нам неизвестна. Я закончил свою презентацию. Я вас благодарю за внимание. Я надеюсь, что я вас не сильно утомил. Повторюсь, что мы сегодня прошлись по основным базовым вопросам. И вот у нас есть ряд вопросов. Это Дмитрий Николаевич, это мой коллега, да, с которым да. мы сейчас работаем вместе. Вопрос. Да, пиранос, Дмитрий Николаевич, да. Наталья да. Валерьевна, Гурам Давидович, здравствуйте. Что по поводу пиранеус лонгус? Как ну, вопрос. у меня нет, у меня никак. Я не использую этот трансплантат. И я, как в своей лекции уже говорил, я вообще противник многопучковых трансплантатов. Я сторонник единого цельного монолитного трансплантата. Именно почему я сегодня все чаще использую трансплантаты сухожилия квадрицепса. Евгений Анатольевич, доброе утро. Подскажите, пожалуйста, трансплантаты сухожилия четырехглавой мышцы имеет все-таки один костный блок. Насколько это влияет на более скорое восстановление после операции? Это никак не влияет. Uh, все зависит от того, как мы зафиксируем трансплантат, и, и почему я использую сегодня интерферентную внутритуннельную фиксацию, чтобы обеспечить uh, жесткое, ригидное прижатие трансплантата к стенке туннеля. И когда у нас имеется вот такое ригидное прижатие, нет подвижности сухожильной части трансплантата, происходит очень хорошая острая интеграция сухожилия с костью, и на сроки реабилитации, на стоки восстановления трансплантата никак это не влияет. Так, Евгений Анатольевич, Артем Валерьевич, доброе утро, коллеги, доброе, доброе утро, Глеб Владимирович, привет, привет, дорогой. Так, Дмитрий Николаевич, коллеги, как относитесь к сохранению остатков ПКС и стандартной оболочки при пластике с точки зрения проприоцепции, если реабилитационный профит? Дмитрий Николаевич, вот если бы вы были здесь, я бы вам задал бы ответный вопрос. Вот объясните мне, что такое проприоцепция. Вот вы знаете, мне 58 лет, я 35 лет занимаюсь артроскопией, я до сегодняшнего дня так для себя и не понял, что такое проприоцепция. Что это такое, с чем ее едят и как она влияет вообще на Судьбу, трансплантаты и все остальное. Поэтому я не буду сейчас в научные дебри уходить, а отвечу вам: что я всегда иссякаю остатки передней крестообразной связки, чтобы облегчить качество формирования туннелей и не ошибиться при выборе их топографии. А что касается процепции, мы можем подискутировать, и я буду благодарен тому, кто мой пробел в этой области позволит ликвидировать. Так, я так понимаю, что вопросов больше пока нет. Коллеги, будьте активными, пишите, задавайте нам вопросы, мы с удовольствием Екатерина ответим. Михайловна. О, Екатерина Михайловна, Урам Давич, спасибо вам огромное. Такое осеннее субботнее утро началось с прекрасной лекции. Слушаю вас и наслаждаюсь. А где вопрос? Екатерина Михайловна, Екатерина Михайловна. вопросы да. давайте. <связывай> 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 ну а ладно, все, шутки а. шутками. Ага. Наталья Валерьевна, передаю вам основной инструмент докладчика, это указка, <связывай> и, пожалуйста, <связывай> огромная к вам просьба, расскажите нам, как реабилитировать пациентов после вот таких красивых операций, ага. потому что а, все мы понимаем, что в основе всего лежит реабилитация. Конечно. Можно сделать блестящую операцию, но на этапах реабилитации загубить весь наш результат, я думаю, Наталья Валерьевна позволит нам сейчас ликвидировать наше понимание в этой области. Доброе утро, коллеги. Ну, кто-то знает, кто не знает, я врач-травматолог-ортопед. Задал вопрос, почему спортивный, потому что, скажем так, спортивная переквалификация у меня началась 10 лет назад, когда я попала в клинику, где я лечилась, наблюдала сборная России. А как попал вообще и почему с реабилитацией связана э, судьба? Ну, во-первых, э, скажем так, обычные пациенты и пациенты-спортсмены немножко отличаются в плане восстановления, потому что обычно у пациента есть временное восстановление. У спортсмена э, временное восстановление ограничено, тренеры требуют вернуть человека в команду, то есть здесь должен быть максимальный результат помимо того, что мы должны хорошо соперировать его. А, в свое время, после того, как я училась в аспирантуре у Грам Давидовича, поэтому, собственно говоря, подход ко многим вещам у нас остается один, потому что школа одна, а, я попала в клинику в Варшаве, которая занималась прицельной работой со спортсменами. И там столкнулась ситуация, что я увидела очень-очень много реабилитологов, которые, реабилитологи все из института физкультуры, основная масса была. И врачи с ними тесно контактировали, то есть там были общие собрания. Врач-травматолог задавал задачу, спрашивал результат. Если какие-то возникали вопросы, то реабилитолог отправлял обратно к лечащему врачу. То есть шла тесная работа, и в финале получались очень хорошие результаты, потому что пациент не уходил из-под всевидящего ока клиники, и можно было оценить результат в начале и после. Когда я пришла в структуру, которая занималась лечением спортсменов, я нашла реабилитолога, это был Вадим Анатольевич Степанов, он уже 10 лет занимается лечением пациентов, вместе с восстановительным лечением после операции, с консервативным лечением. Сейчас в нашей команде присоединился Михаил Новиков, тоже большая ему благодарность. Он находится в Санкт-Петербурге. Активно принимал участие, помогал мне в составлении этой презентации. В конце вы увидите клинический пример. Поэтому реабилитация очень важна. Здесь мы можем проследить за восстановлением пациента, увидеть, если что-то пошло не так. Я сейчас все это буду подробно рассказывать. Поэтому, исходя из этого, у меня первый вопрос, который к травматологам относится, наверное, в первую очередь, кто работает в команде с реабилитологами. Если у вас специалист, который занимается восстановительным лечением, который отслеживает э, результат, занимается и с которым вы активно общаетесь, идет голосование, я так понимаю, да, Гурам Давич? Ну, я думаю, что как бы коллеги угу. напишут нам об этом, да, как бы вопросы вы задали, угу. так что ждать результата голосования мы не будем. Вы можете продолжить, ага. а я там потом прочитаю. Да. Значит, какой подход к составлению программы реабилитации? Значит, первое скажу сразу, мы общаемся, есть у нас еще реабилитологи, которые активно занимаются, в частности, проводят какие-то вебинары, курсы. Мария Бурова, это тренер по ФП футбольного клуба «Зенит», иностранные коллеги приезжают. Все специалисты хорошего уровня, говорит одно, значит, первый тот, кто задает программу реабилитации, это врач-травматолог, то есть тот, кто оперировал. Значит, врач-травматолог, если мы ведем речь о реабилитации после травмы, понятно, есть неврологическая, кардиологическая реабилитация, онкопальные там есть какие-то свои специфики, но мы остановимся на нашей специальности. Поэтому э, планку задает, вот, кстати, ответ, 66% общаются с реабилитологами, хороший, хороший результат. Индивидуальный подход должен быть каждому пациенту. Потому что пациенты разные, я сейчас покажу в следующем слайде, в чем причина такого подхода: отказ от работы по шаблонной программе. Все мы знаем, что если наш пациент приходит, скажем, в травмпункт либо в поликлинику, то чаще всего ему дается листочек три упражнения, либо в общей группе, там где-то он в зале 15 минут позанимался, вот тебе ЛФК. Ну, скажем так, это, конечно же, не восстановительное лечение, так сейчас не работают. И, конечно, понятно, что от такой работы никакого результата не будет. И основное направление реабилитации, вот то, что иногда слышишь, там, у нас есть реабилитация, когда я спрашиваю, а что у вас есть, кто работает, мне начинает рассказывать про кучу тренажеров в зале, про кучу физиооборудования и так далее. Огрунение, подождите, стоп. А кто у вас работает? Как занимаются специалисты? Вот первое, что должны познакомиться, это со специалистами, потому что нужно понимать, какое у них образование раз. Второе, понимают ли они особенности, были ли они на стажировке где-то в клинике, подходили ли к операционному столу, потому что в требования Европе, в Америке, что чтобы реабилитолог он понимал эту особенность, скажем, в Варшаве реабилитолог когда шли какие-то нестандартные или ревизионные операции. Реабилитолог приходил в операционную, смотрел, что там, что там происходит, и дальше они уже вот эти все нюансы учитывали во время реабилитации. Итак, почему индивидуальный подход? Разные техники операции, использование различных трансплантатов. То, что сейчас прекрасно рассказал Гурам Давидович, то есть это все отличается, разные сроки, разная реабилитация, сопутствующие повреждения: миниски, светочный аппарат, хрящ различные комбинации, осложнения операции особенно в первичном этапе, гематомы, какие-то тромбозы, гониты и так далее. Все это может сопровождать, сопровождать наш послеоперационный период и влиять, естественно, на какие-то сроки. То есть где-то что-то будет удлиняться, и это должен врач понимать. Возможно, в внештатные ситуации во время операции. Бывают всякие иногда вещи, которые мы должны объяснить реабилитологу, и он за счет своей реабилитации порой эти косяки немножечко, так скажем, выправляет. Потому что бывает у каждого что-то может случиться. Он, даже то, что Гурандович рассказал, оборвался трансплантат, да, где-то еще что-то забрали и так далее. Все, всякие вещи бывают. Это все прекрасно знают. Грамотный реабилитолог поможет справиться с этой ситуацией. В анамнезе пациента есть травмы, которые могли привести к повреждению ПКС коленного сустава. К примеру, хроническая нестабильность голеностопного сустава, я вам в клиническом примере это все покажу. То есть эти вещи он должен не только заниматься вот конкретно коленным суставом, он должен заниматься пациентом. Ну и, соответственно, отсюда вытекает последний пункт другая различная ортопедическая патология. То есть, должен заниматься пациентом. Опять же, то, что Гурамдерович сказал, возраст разный, вес разный, какие-то всякие нюансы бывают разные. Сопутствующей соматической патологии, то есть это все должен врач учитывать. Зачем нужен реабилитолог? Ну, вот вам две прекрасные картинки к утру. А, значит, есть две категории пациентов. Вот из первой категории тренер сказал, нужно приседать, и я присела. И он будет сидеть и рассказывать вам, что он велосипед крутил 9 секунд. У меня такое было. Потом я задавала вопросы Вадиму. Говорю, Вадим, а какие 9 секунд? Он говорит, я такого не мог сказать. Ну что это такое? То есть люди ленятся что-то делать. Но эта категория ко мне реже попадает. Чаще попадает вторая категория. Это спортсмены, которые все знают. Я же я же как я же знаю? Я же тренировался. Я все какие-то вещи могу э, исправить. И вторая еще есть категория. Это самые опасные вариант, когда они идут к тренерам в зале, в тренажерном, которые тренеры, сразу говорю, они реабилитации очень редко владеют. Ну, те, что при, э, в, работают в фитнес-клубах, могу сказать, практически стопроцентно нет. Это тренеры, они не реабилитологи. А, поэтому могут возникать различные ситуации, и в финале мы можем получить повреждение трансплантата. Поэтому я всегда объясняю пациентам, что э, реабилитация, особенно после пластики ПКС, есть еще у нас различные операции, но одна, это одна из сложных, наисложнейших реабилитаций. Вы сами с ней никогда не справитесь. То есть можно навредить на, на любом этапе. А, почему я задала вопрос по девочке, непонятно, как с ней занимались, что она делала. А, вот эти все нюансы прекрасно выправляют а, реабилитологи на поздних этапах. На поздних могут присоединиться тренеры по УФП. То есть какие-то вещи тоже они... до могут доработать, но все-таки на начальных этапах это врач-реабилитолог. Итак, первый этап. Ну, все мы прекрасно знаем, до двух недель то, что сопровождает э, пациента, это купирование болевого синдрома, отечность мягких тканей, профилактика тромбоэмболических осложнений, э, ортезирование мы используем в частности, я использую артез на полтора месяца после травмы. Знаю, что многие коллеги не используют, но я скажу так, есть пациенты дисциплинированные, но большинство не дисциплинированных пациентов. Поэтому, конечно, когда у них проходит болевой синдром, отечность, им хочется побежать, и уже зачем, и можно снять, бывают разные нюансы. Поэтому артез спасает от этих ситуаций. Раз. Во-вторых, когда мы начинаем восстанавливать амплитуду движений, мы начинаем ее не сразу, а с 30 градусов постепенно на 10 градусов увеличивая угол сгибания. Очень хорошо это все делается в артезе. Пациент ходит, болевой синдром его не беспокоит. В любом случае, за первые три дня 30% мышечной массы уходит, значит, это в любом случае будет больше нестабильность в коленном суставе. Поэтому мы таким образом исключаем риски избыточных ротационных движений э, и разрыва трансплантата. А, обязательно начинаем э, в первые дни, э, со я так, прям, даже скажу, со второго дня после операции упражнения на экстензию. Это очень важно, потому что если не доработать ее в раннем периоде после операции, потом случается проблема у реабилитологов. И не всегда, к сожалению, их даже можно поправить реабилитацией. Профилактика гипотрофии мышц – это использование электромиостимуляторов чаще всего, либо Изометрические сокращения мышц и костыли. Э, я рекомендую в принципе, по той же причине, что и артезы. Для, э, скажем так, дисциплинирования. Ну И второе: э, пациент меньше наступает на ногу, меньше выражена отечность, э, меньше скапливается кровь в суставе. Вот Для этой ситуации мы используем костыли. Ну и понятно, те случаи, когда есть у нас то, что Вартан Олегович спрашивал, шов миниска, либо какие-то э, проблемы с хрящом, костной пластикой. Если это делалось, то тоже там включаются костыли упражнения то что я вам сказала изометрическое сокращение мышц оперированной конечности восстановление активных движений в коленном суставе и вот здесь уже э, мы подходим к тому чем будет отличаться реабилитация значит если речь идет о э, трансплантации связки над сухожилия сухожилие четыреглавные мышцы ведра искусственной связки то на второй день можно восстанавливать движение в коленном суставе если у вас и речь идет о заборе трансплантата симетридзу с то так как там в мягких тканях чаще всего присутствует гематома, кровопотек, мы начинаем разработку движений с 5-7 суток после операции. То есть здесь, исходя из того, что мы видим, если там выражен отек, мы видим гематому, то, конечно же, немножко реабилитацию удлиняем. Если все проходит гладко, бывает, что у гематома не Уже можно, даже в принципе, с четвертых суток начинать с 30 градусов разработку движений. Вот посмотрите, это пациентка, спортсменка. Вот с чего мы начинали движение восстановления. То есть у реабилитолога должен быть измерить углов сгибания в коленном суставе. Это сейчас современное требование. Он должен считать углы, насколько пациент у него работает, какой дефицит разгибания, насколько он сгибает коленный сустав. Это все должно быть на начальных этапах. Важно, значит, до, в период до трех месяцев э, после операции разработка движений, это уже даже ко второму э, этапу относится, наверное, скорее, э, значит, мы работаем в объеме э, 90-100 градусов. Почему? Потому что костные каналы у нас закрываются через три месяца. До этого времени не рекомендовано, особенно когда мы ведем речь о трансплантате семитезинозус грацилис, сгибать больше, то есть разрабатывать движение в полном объеме. Почему? Потому что можно подтянуть трансплантат из канала. И потом в дальнейшем мы можем получить хроническую нестабильность в коленном суставе. Значит, обязательно делать необходимо пассивную мобилизацию надколенника, это тоже должны помнить. Ходьба на костылях, я уже сказала. И физиопроцедуры. Что мы делаем из физиопроцедур? Электромиостимуляция мышц бедра и криотерапия. Все. Больше не используем. И когда я находилась в клинике в Варшаве, тоже ничего более не использовалось. Электромиостимуляция мышц бедра, ну, я думаю, что все знают, знают, для чего она происходит, для того, чтобы сохранялся тонус Мышц после операции. В дальнейшем, когда пациент восстанавливается на уже в дальнейших сроках реабилитации, используется во время именно выполнения упражнений, то есть есть комплексы, которые могут включать наложение электромиостимулятора. Второй этап: от 3 до 6 недель после операции. Полное купирование отека, восстановление мобильности надколенника, восстанавливаю амплитуду движения и тонус силу мышц. Вот здесь показан второй этап реабилитации, то есть в закрытой кинетической цепи пациенты делают упражнения. Основной, наверное, удар, то, что я прошу реабилитологов обращать внимание на разгибание. Согнуть там и колено с огнем, вот с разгибанием нужно на это, конечно же, обращать максимальное внимание. И вот то, что я хотела показать, так почему-то не открылся. Еще одна картинка, куда-то она исчезла. Значит, ну, покажу так. Значит, когда Михаил занимался с пациенткой после операции, она будет у меня в клиническом примере, вы все увидите, когда она ходила у него по беговой дорожке, мы обратили внимание, причем как бы независимо и он и я, на положение стопы при движении. У нее э, подворачивала стопа, то есть супинационные движения присутствовали. Э, вторая нога шла ровно. Я задала сразу вопрос, говорю, а не было ли у нее повреждений голеностопного сустава? Оказалось, да, в анамнезе там было частичное повреждение стабилизаторов голеностопного сустава. Таким образом, вот это положение, порочное положение при движении стопы повлияло на то, что, скорее всего, повлияло на то, что произошло повреждение передней крестовой связки. Поэтому я поставила задачу Михаилу работать и со стопой и в дальнейшем мы скорректировали эту проблему Кстати, обращу внимание еще для а, тех кто будет давать рекомендации спортсменам сейчас общались с, с тренерами с баскетбольными тренерами а, они задают вопрос не влияет ли избыточная фиксация во время занятий спортом а, жестким тейпом голеностопного сустава на а, увеличение случаев повреждения коленного сустава а, обсуждались с реабилитологом пришли к выводу что да может влиять Поэтому очень аккуратно относитесь к рекомендациям зафиксировать голеностопный сустав, потому что таким образом можем увеличить риск повреждений коленного сустава. Реабилитация. Третий этап – седьмой недели до четырех месяцев. Вот это тот самый период, когда мы сначала занимаемся разработкой движений и тонуса мышц, а с третьего месяца я обычно прошу приехать на консультацию. Если пациент находится так сказать, в шаговой доступности. Смотрю, проверяю стабильность коленного сустава и здесь мы уже даем отмашку на закачивание четырехклавой мышцы бедра. Здесь уже идут все упражнения на стабилоплатформах с выпадами. Здесь мы работаем, не мы работаем, конечно, а реабилитологи работают, мы контролируем, работаем в команде более активно. И четвертый этап 4-6 месяцев, то есть, в принципе, до выходов к занятиям спортом. Я потом скажу, что мы имеем в виду под занятиями спорта. С четырех месяцев при отсутствии разницы в мышцах мы начинаем рекомендовать бег по беговой дорожке, разработку движений, укрепление мышц, то есть упражнения становятся более интенсивными, это я все покажу. И дальше мы уже выходим к тому, что к шести месяцам, месяцам пациент должен приехать в клинику на осмотр контрольный здесь уже мы смотрим э, вот то что Гурам Давич рассказывал наличие жалоб на нестабильность есть нет есть ли отеки, болевые какие-то э, болевой синдром беспокоит пациента разницу в мышцах то есть смотрим асимметрию мышц. И таким образом мы можем говорить о том, что он может быть допущен до спортивных нагрузок, но не в полном объеме. Либо еще он должен пока заниматься, то есть он не перешел на следующий уровень. И на пятом этапе 6-8 месяцев, вот то, что Гурандавич сказал про выход в спорта. В настоящее время и я, и многие реабилитологи, и уже есть работа доказанная, я покажу, как развивается перестройка трансплантата. Говорят о том, что ранее 8-9 месяцев после операции нецелесообразно упускать пациентов к занятиям спортом. То есть они с 6 месяцев могут выйти в зал, они могут приступать к своей бесконтактной обычной нагрузке, вспоминать стереотипы движений на площадке. И э, к 8-9 месяцам, когда происходит перестройка трансплантата, здесь уже мы можем его выпускать к занятиям спортом. Потому что есть работы, доказывающие, да, что в период с 6 до 8 месяцев э, риск развития, э, разрыва трансплантата повторный вырастает где-то до 70%. Вот здесь как говорится, нужно подумать, э, потому что пациент еще не готов, он, еще, он немножко забыл про стереотипные э, движения, э, характерные для его вида спорта. Трансплантат еще слабый, пациент головой еще помнит о том, что была травма, пугается, начинает давать нагрузку на другую ногу. Тут тоже, кстати, риск, что и на второй э, ноге э, может возникнуть травма и разрыв передней крестообразной связки. И такое, кстати, зачастую бывает. Поэтому целесообразнее по возможности растянуть этот период до 8-9 месяцев объяснять тренерам, хотя, конечно, не всегда получается, понятное дело, а, потому что допуск в спорт они все равно через 6 месяцев получают, как ни крути. Но вот здесь вот эти вещи уже нужно разговаривать и тренерам по фп с тренерами в общей группе, и нам, как врачам, это все объяснять. А, второй вопрос для голосования. Какие виды трансплантата вы чаще всего используете для пластики передней крестообразной связки? вот я здесь поставил сухожилие пиранеуслонгус, лонгус, но тоже отношение к нему неоднозначное. Скажем, общалась с реабилитологами, которые курируют клубы, наши ведущие клубы, баскетбольные в том числе, гонбольные. Они не видели, чтобы в Европе активно спортсменам делали пиранеус лонгус. Из-за причины того, что возможно, бояться того, что, возможно, будет нестабиль... развиваться нестабильность голеностопного сустава в дальнейшем. Так, значит, мнение. Так, семетензиноз Грацелис. А квадрицепс никто. В общем, я смотрю, а <соединяем> нет. Так, ну вот смотрите, что да, получается интересно. у нас? Меняются постоянно. Mm -hmm. Mm -hmm. Это прям как на Евровидении Гуромдевич. <соединяем> да, слушайте, действительно, как на Евровидении. Mm -hmm. То есть получается, что 66% используют сухожилие Грацелис, да. э, самитендинозус Грацелес, да. 33%. Связку над коленника, да, остальные никто не использует. Угу. Ну, вот это вот то, о чем я говорю, понимаете, мода, усы. мода угу. она привела к тому, а, что вот все поголовно используют сухожилие и сыграсалие. Угу. Но, на мой взгляд, не все так однозначно при использовании вот такого многопучкового трансплантата, и я сегодня в двух словах, конечно, этого коснулся. Но вот у каждого из нас есть право принимать решения самим. В общем, ну в общем, в, общем в целом само, да, все понятно, саи, в целом все понятно, да. да в целом ну все тогда понятно. будем сейчас останавливаться. У -у -у. Больше на. А вот кто-то сухожилие главы. 9%. процентов. Кто-то использует, уже да. Уже появились наши сподвижники. Да. Так, девять процентов уже кто-то использует квадрицепс. Уже радует. Угу. Ну, я не буду останавливаться уже на методиках. Да, ну грубо, да, вы, как бы глобально нам уже, да, уже понятно. Да. Это да. надо все равно да. проводить дискуссии, когда люди сидят здесь рядом. Значит, по поводу реабилитации. Вот здесь вот такая маленькая подсказочка я сделала, так, разными цветами. Значит, в чем особенность этих методик? Я уже коснулась, значит, но вот здесь вот. Пробегусь быстро. Значит, связка над коленником, квадрицепс, феморис, разгибательный аппарат. Теоретически вы можете движение разрабатывать со второго дня после операции. В принципе, работать в объеме 100 градусов быстро давать нагрузку, учитывая особенности трансплантата. К занятиям спортом те же самые 6 месяцев, плюс попытаться объяснить, что было к 8 месяцам, учитывая перестройку трансплантата. Семитендиноз с грацилис, пиранеус лонгус. Ждем, когда спадут кровоподтеки, отеки, гематомы. Рекомендуем начинать движение все-таки с 5-7 дня, когда у пациента уже нет этих явлений. Особенности до 3 месяцев. 90-100 градусов мы держим угол сгибания, и дальше уже дорабатываем, потому что если мы 90 градусов согнули, дальше уже согнем нормально. Но это должен, опять же, контролировать реабилитолог. И желательно сроки выхода в спорт все-таки 8-9 месяцев, когда полностью прорастает трансплантат. И эндобротез связки, искусственные связки, там все просто, можно начинать сгибание на следующий день после операции. По идее, теоретически, если восстановили мышечную массу, можно выпускать и раньше даже, в принципе, к шести месяцам. Но здесь, я говорю, есть нюансы установки этих конструкций. Вы про них прекрасно знаете. Значит, по поводу ранних, самых ранних, задавал Вартан Олегович, по-моему, вопрос, что когда самый ранний срок выхода после реабилитации. Значит, скажу так, когда, я знаю, что сейчас муссируется тема одной клиники, которая выпускает через 4 месяца после операции к занятиям спортом скажу так, я присутствовал на обсуждении реабилитологов, когда они выступали в Барселоне на большой спортивной медицинской конференции. Очень много вопросов было естественно по этому поводу. и скажу так, что мы, отношение основных, основного количества реабилитологов, что это конечно же коммерция. И Когда мы задали вопрос тренеру по ФП, который работал со спортивными клубами в Америке, он говорит: я не знаю ничего. В клинику не знаю, во-вторых, в Америке, как ни крути, 6 месяцев есть выход в спорт, и раньше нельзя. Все. Поэтому думайте сами, решайте, как, говорится, как можно рекомендовать. Но есть общие рекомендации и какие-то логические выводы, наверное, им лучше следовать использование тренажеров за и против это то что я вам сказала по поводу э, оборудования зала значит скажу так на ранней реабилитации по большому счету тренажеры не нужны основное направление это все-таки э, занятие лфк вот когда приходят ко мне пациенты, я спрашиваю, а как вы реабилитацией занимались? Он говорит, вот массажи делал. Я говорю, а ну и что, а дальше? Ну я же массажи делал, магнит еще шесть сделал. Ну, замечательно, отлично, но это не работа реабилитолога. Основное, основная работа это, конечно же, занятия. И чаще всего используют занятия с резинками, жгутами, используют болы. То есть тренажер это очень, так сказать, сомнительный на этапах реабилитации устройства. Иногда его можно подключать, какие-то виды, но ну, скажем так, специалисты, то, что я слышал, опять же, на спортивных конференциях, говорят про то, что на тренажере это, в принципе, логично, невозможно рассчитать нагрузку. Вот с резинками, с, с боловым вы можете показать упражнение собственным весом, пациент будет делать, травму не нанесет. С тренажером этого сделать нельзя, и можно получить какое-то травмирование, и не дай бог разрыв трансплантаты, если в нашем случае. Поэтому, если тренажеры это где-то на поздних стадиях, и то в большинстве это все-таки лечебная физкультура и занятия с, тем, что я вам сейчас буду показывать. Артромод. Ну, Гурам показал артромод. Да, Гурам Дэвич, наверное, должен помнить. Значит, у артромода есть две вещи. Одна более принципиальная, вторая менее принципиальная. Менее принципиальная это то, что и Андреевич не дал соврать. Значит, даешь пациенту артромод, и некоторые пациенты начинают с артромотом бороться. То есть они начинают его дополнительно что-то сгибать, разгибать, переставлять программы. В общем, ломают оборудование, скажем так. Вот первое то, что, с чем мы сталкиваемся, это они очень быстро выводят из строя эти артромоты. А, а второе, вот посмотрите, вот здесь вот эта часть, там, где лежит голень, существует различная установка высоты вот этой части подложка под голень, скажем так. Значит, если вы не проследите э, за высотой нахождения вот этой подложки и она будет стоять слишком высоко, э, то вы можете получить э, при сгибании выдвижение голени кпереди. И если это будет ранний период, то вы получаете риск э, вытягивания трансплантата из канала. То есть вроде все будет здорово, пациент разрабатывает колено, а трансплантат подтягивается из э, каналов. Особенно, когда это речь идет о тех, кто тут большинство процентов с иммунитонозой сыграться, или вспомним об этом. Это хорошо видно на, во время движения, вы можете где-нибудь посмотреть, взять, просто положить ради интереса высоко вот эту подложку с голени и попробовать на нем согнуть колено, вы увидите этот эффект. Вот эти вещи, они опасны, и второе, были случаи, один раз случай был, когда пациент не закрепил стопу, отошел это, слава богу, не в нашей клинике было, но, но потом, то, что я видел пациентам, такая вещь случилась. Они приехали ко мне уже на осмотр с вопросами, что же делать. И, и стопа была не закреплена. Во время сгибания произошло резкое ротационное движение и был разрыв. Поэтому вот эти устройства разрыв трансплантата? Да. А, поэтому а, в этих ситуациях, как бы артрамоты очень 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 под вопросом, поэтому лучше врач реабилитолог или инструктор ЛФК, который стоит рядом или просто на, на, вы просто лежа э, там, на полу на ковре или на кушетке сгибаете это колено под его присмотром, чем такая конструкция, которую не досмотрели что-то сделали. В общем скажу на, на Западе они чаще всего их не используют. Yeah. Ну и тут же основная эта проблема, вот, на мой взгляд, то, что мышцы не работают. Нет ну да, да. Ну и мышц. пассивная разработка, да, она вроде yeah. бы на ранних стадиях, но мышцы не работают. В общем, по большому счету мы отказались от использования артромотов вот, по тем причинам, что я вам сейчас рассказала. Поэтому, когда, кстати, иногда пациенты спрашивают, а как там, где я там разрабатывал движение с артромотом, я говорю, инструктор-то подходил, потому что разные плоскости с артромотом, там тоже можно по-разному настроить движение. На мой взгляд, лучше эффективнее, самое главное, безопаснее разрабатывать. Просто, да. Наталья Валерьевна, но согласитесь, что и многие наши слушатели об этом знают, и вы не дадите мне соврать, сейчас есть ряд организаций, которые просто сдают в аренду эти артромоты ну да. пациентам. Конечно, знаю. И эти пациенты, они берут в аренду этот аппарат и бесконтрольно дома, без всякого реабилитолога, сами лежат. И Знаю, работают ну, я обычно я объясняю. Э, конечно, в принципе, они имеют право существовать, но вот я вам нюансы эти объясняю, и вы тогда пациентам должны эту информацию доносить, чтобы, наверное, как-то они уже дальше сделали выводы. Физиопроцедура. Значит, э, ну вот, э, на одном из слайдов э, показан зал. Э, в принципе, э, нормальный зал по пространству для занятий ЛФК. Значит, когда вы приезжаете на Запад, то у них нет того понятия «маленькая комнатка для реабилитолога». У них есть вот такие большие залы, где находится очень много человек. Порой там может существовать где-то 15 реабилитологов, которые каждый где-то там своей кушеткой занимается. Нагрузка на реабилитолога в Европе до трех пациентов в час. То есть одновременно, одномоментные сеансы игры, три человека. И вот он ходит, скажем так, реабилитолог между ними. Два пациента, скажем, делают ЛФК, какие-то упражнения на меня эту программу и одного например там идет пассивная разработка они делают вручную вот такие залы они вполне подходят для этих манипуляций хорошие просторные вот то что сейчас стараются делать и в америке и в европе и э, по поводу процедур, вот перед вами аппарат портативный Game Ready наша близко лежит как раз с ним, как раз на коленном суставе, создает и компрессию и, и холодовую нагрузку, то есть криотерапия. То, что можно использовать в раннем послеоперационном периоде, и также всегда используется э, в залах после ЛФК, то есть э, они, после того, как пациент поработал где-то час-полтора часа, он надевает насадку каждый, соответственно, на тот сегмент, который, с которым они работали, и сидит минут 15 вот. Если это идет речь о команде, то в команде, понятно, у каждого тоже есть какие-то свои проблемы. Спортсмены обычно уже знают э, и сидят, уже ждут свою очередь, чтобы посидеть, э, получить э, дозу криотерапии, скажем так. Поэтому из физиопроцедур, вот мне тоже некоторые спрашивают, а вы используете то, а вы используете все. Вот то, что я видел, криотерапии электромиостимуляции хватает, в общем-то, для реабилитации. Может кто-то поспорить. Бывали, есть, конечно, любители ударно-волновой терапии. Ударно-волновую можно использовать в качестве разминки или в качестве массажа мышц но я бы ее рекомендовала больше использовать, особенно портативные аппараты, во время работы с командами, особенно там, где большие игроки, это баскетбол, гандбол, регби, там, где, вы извините, массажист, обычно в команде два массажиста, и промассируют всю команду, просто физически они тогда умрут там в этом зале, нужно гораздо больше людей больше времени. А здесь портативное устройство, три минуты на каждого, и, в общем-то, вот эти спазмы можно снимать. Поэтому вот то, что мы используем. Наталья Валерьевна, уже несколько вопросов есть. А, есть, Вы да? Вы сейчас ответите или потом? Ну, можно сразу, я думаю, сразу. Давайте попробуем тогда, может, прям по горячим следам ответим да? на вопросы. Может, они как раз Екатерина с Михайловна. этими. Так. Так, Наталья Валерьевна, ранее был выход спор через 12, 12 месяцев, это предсоревновательный, четвертый, все-таки четвертый все-таки, как вы считаете, все-таки 9 месяцев или 12? Понятно, что тренер команды гонит быстрее, спортсменов в строй, но все-таки спортсмены обычные люди, есть принципиальная разница. Екатерина Михайловна, приветствую, с добрым утром. А, Кать, значит, здесь ситуация следующая, что раньше да, стараются и в Европе, и, как говорится, и у нас мы объясняем пациентам, что не надо стремиться после пластики ПКС сразу же заниматься спортом, особенно контактные виды, либо горные лыжи. Понятно, все им объясняем. Обычный пациент, наверное, сможет подождать. К сожалению, спортсменов ситуация несколько иная. У них контракты, у них сборные и так далее. Там тренер не отпустил. Поэтому объясняем, вот по минимуму хотя бы, чтобы 8-9 месяцев... Ну, подождите, а потом уже дальше. Хотя вот часто то, что будет клинический пример, вы там увидите результат, и как бы объяснили, вроде сначала согласились, а потом сказали, ой, а тут же уже игры у нас как бы, уже надо побыстрее как-то восстановиться, все же хорошо. Но я думаю, сейчас на руку нам сыграет карантин, но не всегда у нас бывают карантины. Поэтому, да, ты совершенно права, но спортсмены люди такие. И здесь как ни крути, говорим по минимуму, а дальше уже принимают решение они сами. Так. так, есть еще вопросы у нас, давайте глянем. О, Карпашевич Александр Александрович, приветствую. Так, это Гуран Ага. А, Устанавливаете ли вы дренажи внутри сустава на после операции? Нет, я дренажи вообще не использую. Мы стараемся как-то все коагулировать по ходу операции. Так носить ортез или не носить — вечный вопрос, действительно, вечный, да. Так, здравствуйте, спасибо вам большое. Вопрос профессору. Ну, как можно определить, кому надо трансплантация костей mm -hmm. или без костей? Когда можно? Ну, так, на. Это, наверное, циклопсиндром так написан. Циклопсиндром через несколько, через некоторое время после пластики. Ну, насчет вопрос э, с костей или без костей, то это по ходу операции смотрим. Как я уже говорил, э, измеряем длину. Если речь идет о трансплантате из квадрицепса, мы измеряем длину сухожилия квадрицепса. Если она меньше 8 сантиметров, тогда с костным блоком. Если э, 8 и выше, тогда уже берем без костного блока. Что касается Сайклап-синдрома, то а, здесь, конечно, это первое, основное диагностируется по МРТ. У Практически у всех пациентов есть дефицит разгибания 10-15 градусов. Вот. Но это проявляется не сразу, а через какое-то время после операции. Просто за этим пациентом нужно наблюдать обязательно. Еще что-то? Ну, продолжайте, быть. да. Значит, здесь на этом слайде представлена перестройка трансплантата ПКС в различные сроки после операции. И вот здесь вы прекрасно можете увидеть, какой слабый трансплантат в начале, через три месяца после операции. То есть, да, он, все расположение, все верно, но он не пророс сосудами и какой он сильный, мощный через 10 месяцев после операции. Это к вопросу о том, когда давать нагрузку. То есть если мы дадим нагрузку ранее, через 3-4 месяца после операции, риски разрыва высокие, и дальше, соответственно, еще, если есть еще сопутствующие патологии, то там будут большие проблемы. Зачем нужна командная работа травматолога-реабилитолога? Ну, что, наверное, некоторые считают, что вот я слышал такие ответы от травматологов наших, что мы да мы сами реабилитологи, да мы там все можем и так далее. Значит, ну, во-первых, во-первых, это конечно же это веселее работать в команде, я так считаю. Я наверное, командный игрок, общение с коллегами нужно. Во-вторых, одно мнение хорошо, два лучше. Всегда вторая голова, которая тоже рядом находится и наблюдает за пациентом, какие-то вещи может подсказать. Немножко взгляд со стороны. Это все правильнее. Ну и, конечно же, самое главное, что пациент он не уходит из-под цепкого взора. Вот некоторых врачей спрашиваешь, или пациенты приходят. Гурамдыч к вам, наверное, тоже такие обращаются, когда задаешь вопрос, а вы когда к врачу своему ходили? А я его после операции видел, и все. И, -и, -и никакого наблюдения ну, Где это пациент? хорошо, я еще помню, как зовут врача. Да. Который такое, оперировал. Да. Да. А, здесь, особенно когда речь идет о спортсменах, здесь а, такие вещи они недопустимы, потому что там может все пойти не так, а потом скажут, что вы виноваты. А, в случаях, когда есть реабилитолог и он смотрит, если он видит, что что-то не то, он может отправить на повторную консультацию. А, скажем, когда мы работали с Вадимом Анатольевичем вместе в одной больнице, я просто спускалась в зал смотрела, что там происходит, и так вот, там, тут нормально, тут нормально, так, а вот здесь что-то не так, пойдем в кабинет посмотрим. То есть здесь идет все время работа, и мы наблюдаем за этими пациентами постоянно. То есть мы его ведем от момента поступления к нам на операцию и уже до выхода занятием спортом. Это очень хорошо, я думаю, потому что когда есть контроль, то и результат будет лучше. И в качестве клинического примера, э, это моя пациентка, э, которую я оперировала. Тут как раз сейчас будет наблюдение всего карантина, вы увидите, потому что будут совершенно разные фотографии из то в зале, то в квартире. Э, я ей делала операцию 2 марта в этом году, э, выполнялась эта пластика. Вот здесь именно 90 ну у Гуравдыча вроде так симпатично трансплантат выглядит вместе. Да. Значит, она приступила к занятиям ЛФК через 7 дней. Сначала она отправилась в Санкт-Петербург, и с ней занимался Михаил Новиков, реабилитолог, который работает в Питере. Если у вас какие-то есть тоже, вот иногда задают вопрос, у вас есть ли реабилитолог в Санкт-Петербурге, вы можете к Михаилу обращаться. Все координаты будут в конце презентации. 3-6 недель после пластики, посмотрите, идут упражнения на растяжку. Михаил наблюдал за стереотипом ходьбы. Uh, то есть различные, uh, различные упражнения в закрытой кинетической цепи, то есть постепенная разработка движений, вот то, что вы видите на слайдах. Дальше наступил у нас карантин. Пациентка находилась дома, соответственно, мы начали уже к 16 неделе какие-то упражнения, она выполняла с тем, что есть дома. Вы видите упражнения с резинками про то, что я вам говорила. И к 16 неделе, когда открыли залы, мышечная масса у нее была равномерной на двух ногах, вы здесь видите, что начали постепенно беговую нагрузку. Четвертый этап реабилитации после пластики. Здесь уже в зале вы, вы видите разработка движений э, в полном объеме. Э, здесь пошли упражнения силовые с резинками-жгутами. Я, конечно, понимаю, что не у каждого пациента выполняет, смогут выполнить такую нагрузку, но здесь, так как идет о, круг, о клубном игроке, э, нагрузка была, так скажем, более мощная. Вот, посмотрите, этапы, опять же, можно дать крупный план, чтобы лучше видно на картинках. То есть, вот они упражнения на четвертом этапе, опять же, резинки с штангами, то есть, то, что идет на максимальное уже укрепление четырехглавой мышцы бедра, в общем, мышц бедра и всей нижней конечности. Упражнения с лестницей, заскоки, сход с нее, упражнения с фиксацией на... Сейчас. Ой, вот здесь. То есть э, спортсмен бежит, и его фиксируют, чтобы была какая-то нагрузка при движении. И в конце уже э, на последний месяц э, было разрешено сделать стереотипные движения в зале. Э, то есть посмотрите, она прыгает на оперированные конечности, подворота стопы. Сейчас у нее уже нет. Через 6 месяцев она приехала на контрольный осмотр. Сначала ко мне, вот это требование первое, сначала смотрит оперирующий врач, потом отправляется на тестирование. То есть там помимо, посмотрите, нет отсутствия гипотрофии мышц, то есть разницы в мышцах на бедре нет. Она проходит еще специальное тестирование. Ну, различия не буду сейчас останусь на тестах, это неинтересно. Самое основное, то есть посмотреть силу, помимо восстановления тонуса и объема мышц, нужно еще посмотреть силу оперированной нижней конечности. Если она одинакова с другой ногой, то тут уже спортсмен получает рекомендацию, что да, он может выходить в зал и приступать к своим стереотипным действиям только не в команде, то есть без контактов. Если а каким ре... спортом она занимается? Баскетбол. Баскетбол. Вот мы. Баскетбол. Вот. Эм, вот такая реабилитация. Э, то есть вы понимаете, что в команде э, вот эти вещи делать проще, проще наблюдать за пациентами. Э, поэтому я Призываю, конечно же, собирать вокруг себя команду грамотных реабилитологов. Нужно, конечно, подчеркнуть грамотных, которые образовываются, интересуются. С этими людьми, во-первых, интересно работать. Во-вторых, некоторые вещи даже они тоже тебя чему-то и научат. Потому что тоже немножко другой взгляд. Бывает интересно, поэтому, видите, вот, травматолог уже знает столько вещей из реабилитации. Кто бы мог подумать лет, лет 20 назад. И хотела вас пригласить на третью международную конференцию проекта «Игра без травм». Она будет проходить онлайн 27-28 ноября. А мы с гурам Давичем там будем тоже выступать, делать сообщения. Гурам Давичек, кстати, будет делать по сухожилию четырехглавой мышцы бедра. И будут присутствовать все специалисты из 11 стран. Я думаю, что будет интересно двухдневная конференция для травматологов, реабилитологов, спортивных врачей. Так что приглашаю вас. У меня все. Спасибо большое, Наталья да. Валерьевна. Во всяком случае, я для себя... Очередной раз понял, что мастерство хирурга без профессионализма реабилитолога это ничего не стоит. Да. Это, вы абсолютно правы, что это должна быть командная работа. Поэтому, коллеги, цените реабилитологов, любите реабилитологов. Можно я вам задам один вопрос? Да. Вот я слушал вашу презентацию, и я, кстати, до сегодняшнего дня так внятного ответа-то и не получил. Это по поводу начала. Нагрузок беговых нагрузок. Uh -huh. Вот вы презентации сказали, что вы через 4 месяца уже разрешаете нагрузки беговые. Uh -huh. а, ну, я оспаривать это не буду. Это ваше право, это ваши протоколы. Просто я по своей практике скажу, что я ранее чем через 7-8 месяцев пациентам бегать вообще не разрешаю. И это связано с тем, что вот наши исследования, гистологические в том числе, они показали, что в эти сроки трансплантат, он еще только-только набирает обороты. Он только-только перестраивается. Это еще не закончились процессы лигаментизации, ремоделирования трансплантата. И давая нагрузки в эти сроки, разрешая нагрузки в эти сроки пациентам, не рискуем ли мы отрицательно воздействует на трансплантат, на его процессы ремоделирования, к чему это потом приведет? Вот вопрос. А, ну, я так скажу. Во-первых, я сразу говорю, что это не, не бег по пересеченной местности, там, не, не бег там, на марафонах, это бег по беговой дорожке в низком режиме, то есть это совершенно другие нагрузки раз. Во-вторых, нач... ленивый бег. Ленивый бег, да, that's да. That's right конечно, без, без, всяких барьеров и так далее. А, Во-вторых, мы прекрасно знаем, что есть виды спорта, в которых человек может заниматься спортом без передней крестообразной связки, и никак это не повлияет. Это в том числе бегуны. Вот бег, велосипедный спорт, там есть передняя крестообразная, нет, передняя крестообразная порой не очень-то влияет это все. А вот там, где сложное перемещение, там да, человек уже не побежит. Поэтому, если бег идет в одной плоскости, то есть по прямой по, на низких по ровной на, на, да на ровную, ну видите, там беговая дорожка, беговая дорожка беговая uh дорожка -huh. там была а, То тогда в общем-то по большому счету ничего не случается uh -huh. а, и дальше уже когда у него равная мышечная масса бег по, по опять же прямо по без пересеченных местностей и Проблемы я так понимаю, обязательно должна быть защита коленного сустава, либо на колене, либо... Артез. Вы знаете, я да, я всегда, я такая и, я тоже осторожная, да. да, я тоже. Артез да. полтора месяца, и потом на колене до шести месяцев я рекомендую, а затем даже, ну, в зависимости от того вида спорта, угу. все-таки подстраховаться, особенно горные лыжи. Там, где риски выше, там лучше рекомендовать какое-то защитное устройство. Во всяком случае, голова будет вспоминать о том, что там что-то было. Спасибо, Наталья Валерьевна, большое. Коллеги, задавайте вопросы, пожалуйста. Мы можем на них вам ответить. Сейчас мы посмотрим, есть ли Все вопросы. Уже побежали загорать. Да, мы понимаем, что сегодня суббота. Вопросов больше нет. Коллеги, я думаю, что, наверное, пришло время завершает наш сегодняшний вебинар. Я хочу сказать, что мы с Натальей Валерьевной старались, поэтому если что-то мы упустили, вы уж нас строго не судите, потому что мы в самом начале сказали, что наш вебинар сегодня для начинающих свой путь в артроскопической пластике ПКС врачей. Но во всяком случае я хочу сказать, что в этой области еще столько неизведанного, столько непознанного, что нам всем работы хватит на много-много-много лет. Поэтому самое главное, творите, работайте, не бойтесь, оперируйте. И самое главное, пожалуйста, берегите себя. Время еще очень неспокойное. К сожалению, коронавирус, видите, опять начинает хулиганить. Носите, пожалуйста, маски. Не пренебрегайте масками. И до новых встреч! Да, до новых встреч. До новых встреч. Да, счастливо.